Хорошо. 20 глава. Евангелие от Матфея. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого-девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же настал вечер, говорит господин винограднику правителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начал с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив же, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динары ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Вот это одна из притч о Царстве Небесном, которую Христос употреблял для того, чтобы немножко людям рассказать, каким будет быть Царство Небесное. Вы знаете, этих притч множество. Это и о блудном сыне, это и о закваске, это и о семени, которое сеятель сеял на своем поле. Их сегодня, чтобы пересчитать, тут, наверное, около 20 найдется. Самых разных. И всеми ими Господь хотел разъяснить людям, каким же будет Царство Небесное. В одних случаях они касались земной жизни, когда мы уже у себя носим часть этого Царства Небесного или Божьего, мы говорим. Другие касаются вечности. И вот это один из примеров или одна из притч, которым Иисус хотел показать на нашем человеческом языке, каким же оно будет. Вы помните, что я вам не один раз говорил, что вообще-то Царство Небесное, Царство Божие, написано так о нем: глаз того не видел, и ухо не слышало, и на разум не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но когда Бог сегодня готовит нас к этому Царству Небесному, Он готовит нас, человеку, и хочет вложить в наши сердца какие-то законы Небесного Царства, которые будут действительны и там, за гробом, или в потустороннем мире. И чтобы нам рассказать об этом, то Он часто примерами говорил. Но как можно сказать о том, чего глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходит? Вот то, что я сегодня вам говорю, оно приходит на мой разум, поэтому я могу говорить. Но сказать то, что на разум прийти не может, как я могу сказать? А Иисусу-то приходилось говорить о том царстве, где многое именно заключается в том, что нельзя пересказать языком человеческим. И Он просто ту часть, которая к нам относится, к нашему сердцу, к нашему образу мышления, Он это объяснял нам. И говорил на нашем человеческом языке. И потому очень часто употреблял такое слово: подобно или похоже. Подобно. То есть не совсем так, но что-то общее есть. Вот с того, что вы на земле видите, и что будет там. Говорил: подобно. Я видел от Господа. Вы помните, в Ветхом Завете. Это нечто было похоже на работу из сапфира, кажется, там свод был над головою. И сыны Израиля тоже видели, и ели, и пили перед ним. И вот он не простер руки своей на них, и не истребил их. Но они ж не видели его таким, каким он есть на самом деле. А видели в таком образе, чтобы по-человечески можно было видеть, воспринять и понимать. Вот мы должны понимать, и некоторые тексты Писания, которые я тоже уже об этом говорил,
Некоторые вот противоречивые тексты. Говорят, Бога никто никогда не видел и видеть не может. А в другом месте написано, я видел Бога. И Моисей говорил лицом к лицу, и вот теперь разбирайся. Если не знаешь вот эту истину, что Бог говорит к нам на нашем человеческом природном языке. И говорит образами, приблизительно. И действительно, таким, каким он есть. Христос говорит, только я его видел. А никто его не видел и видеть не может. А вот языком нашим человеческим, да, видели. Говорят, в белой одежде кто-то, значит, припоясанный по перчам золотым поясом. Правда, лицо такое, как у людей, нету. Но тем не менее, в образе человеческом. А Бог-то, как правило, Библия ни на кого не похож. Потому если не учесть, что сегодня Бог говорит нам человеческим языком, то мы в Библии найдем очень много противоречий. Хотя в самом деле их нету. Потому что Бог является нам в таком образе, в котором мы можем его воспринимать. Я почему это говорю? До сегодняшнего дня и в нашей церкви есть люди, которые, если им говорят, что видел Христа или видел Бога, говорят, это обман. Бога нельзя видеть. Серьезные братья, проповедники. Вот это ложь, это обман. Нельзя Бога видеть. Так написано. Правда, так написано. Но Бог нам говорит нашим языком, человеческим образами. И видим, и говорим. И ничего там удивительного нету. Поэтому здесь вот пример. Подобно. Но вы знаете, что в самом начале интересно стоит? Хозяину дома. Вот это слово «хозяин» уже в самом начале должно было бы сказать многое. Что значит «хозяин»? Значит, это владелец всего, что у него есть, и он распоряжает с этим имуществом так, как он сам хочет. И никто ему не имеет права командовать, как ему поступить с его имуществом. И это очень важная мысль. И недаром евангелист Матфей, когда Дух Святой ему диктовал, ну как диктовал, не думаю, что диктовал, сидел сбоку, Матфей, пиши, повторяй за мной. Он вложил в его сердце через мысли его, и он так написал. И он написал, подобно хозяину дома, который в своем доме что хочет, то и делает. Как и вы сегодня. Еще может быть хорошая вещь, она устарела, вам понравилась более, но вы взяли и выкинули. Другой скажет, ну зачем раньше деньги тратить, но вы хозяин. Вы захотели, выкинули. Вы имеете на то полное право. Если у вас есть возможности, если не в ущерб, вы имеете полное право, потому что вы хозяин. И вот как раз то здесь вот Бог назван хозяином. Что это говорит? То если хозяин не согласится, то ничего вы не сделаете. И, наверное, если этот хозяин Бог, и ему командовать, что делать, ну, наверное, будет крайне глупо. Если мы земные хозяева, да, мы можем что-то не додумать. Можем мыслить, ну, по-человечески. Но если Бог назван хозяином, ну, то уже, ну, как ты ни крути, ну, что ты можешь ему посоветовать или что ты можешь воспротивиться? Он так захотел, и весь вопрос. Он так, это его, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И договорившись с работником по динарию на день, послал их виноградник свой. Конечно, здесь речь идет о временах прошлых, где у них были работники. И сегодня о нашем времени, когда Бог призывает людей одних от юности, других в средних летах, третьих в старости. И всех призывает свой виноградник. И здесь как раз и разложено все это по полочкам. Хозяин, которого в подчинении находится все. И он призывает свой виноградник работников. И здесь у нас несколько моментов подмечено. Около третьего часа уже следующий набор был. Потом около шестого и девятого часа. И наконец около одиннадцатого часа. И первое, на что здесь надо обратить внимание. Он всем им дает одну плату. Договаривается за динарий. И я думаю, что правильно рассуждают те богословы, которые считают, что это динарий, не что другое, как жизнь вечная. Потому что если взять заработную плату,
или награду, которую нам Господь будет давать, то она будет не одинаковая. Что сеял, будешь жать. А Царство Небесное для всех. По динарии, жизнь вечная. Вот это всем одинаково дается. А награда будет по труду. И здесь уже не одинаково. Поэтому я просто хотел бы, чтобы вы вот этот вопрос поняли. И самое главное, что он договаривался только за динарий. Никаких больше обещаний не давал. Почему я на это обращаю внимание? До сегодняшнего дня. Есть некоторые христиане, которые предъявляют Богу обиды, почему ты мне не дал то и то. Почему ты мне не дал то и то. Почему у того есть, а у меня нету. Почему? Христос обещал всем спасение и жизнь. Все остальное Он никому ничего не обещал. Он обещал дать то, что им определено было. И дары, и другие вопросы Он решает индивидуально, по своему плану. А уже спасение дает всем. И тем, которые пришли в ранней юности, и тем, которые в средние лета пришли к Господу, и тем, которые в старости. А уже все остальное Он никогда никому ничего не обещал. Он обещал свою помощь. Как? Это уже его проблема. Это хозяин. И работник никогда в доме хозяина не будет командовать. Это, ну, неразумно. И не так тесно, наверное. Ну, еще что-нибудь придумайте. Но не будет тот, который нанят на работу, командовать, как делать и что делать. Работу дает хозяин. И определяет, как ее сделать, тоже хозяин. И требования предъявляет, тоже хозяин. Но вот что интересно, я на это очень хочу обратить внимание, на некоторые другие вопросы, которые вытекают отсюда из этих рассуждений. Когда же настал вечер, говорит господин виноградник управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарии. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Как это так? Какое у него может быть пророчество и видение. Я уже давно 30 лет верующий. Я перенес, они у меня нету, а у него есть. Не может быть. Вы когда-нибудь такое слышали? Не может быть. Может и не может быть. У кого-то вполне возможно, это что-то отщебячено. Но то не закон, что если вы не получили, и он не может получить. И здесь не те стандарты. Здесь не те рассуждения. Хотя я понимаю, что подготовка и готовность этими дарами пользоваться, они перед Богом тоже имеют какое-то значение. Может быть, даже большое значение. Но это совсем не означает, что если я уже, допустим, где-то, ну, 71-го года верующий, и у меня нет пророчества, то и у брата не может быть поэтому. Это не награда за работу. Это инструмент для работы. И если Бог призывает человека на какую-то работу, то он дает ему все необходимое, чтобы он работал. Вот и все. И я не думаю, и Библия так не говорит, что награда будет за дары, которые мы имеем. Награда будет за работу, не за дары. Дары дает Бог. И то, что мы их имеем, это не наша заслуга, это Его. И Библия прямо говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. Если получил, что хвалишь, как будто не получил. Вы помните такое интересное выражение? Послание к коринфянам. Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Пожалуйста, назовите что-нибудь, хотя бы одно, чтобы вы приобрели сами и не получили от Господа. Зачатие было от Господа. Зародыш твой видели очи мои. И в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного их не было. Чего Бог смотрел на этот зародыш? Он растил человека в утробе матери. И если я и вы родились и получили нормальные органы тела, чтобы жить здесь уже в мире, то это его работа, он это сделал.
И когда Ева, там интересно такое выражение, я его однажды употреблял, родила Каина первого, то она сказала, ну, на французском языке есть такая Библия, «Je ferme un homme avec le de l'éternel». Я сформировала Господа с помощью Господа. Родила и сказала, я сформировала человека с помощью Господа. То есть, если даже мы родили еще мир, то не без его помощи, не сами. И это не наше. Если мы учились, имеем образование, если Бог не дал нам разума, задатка, мы этого не имели бы. Вы посмотрите на тех людей, которые, ну, не имеют такого разума острого, не имеют такой памяти. Сколько вы их не учите, сколько усилий не прилагайте, вы их не сбудете с их уровня. Они не способны на это. Если даже покаялись на сегодняшний день, да, здесь участвовала и наша воля, но чем и мне Бог предложил это? Господь совершил спасение. Он совершил возрождение сердца. Поэтому, как ни говори, как ни рассматривай жизнь свою и себя, не можешь сказать, что вот это мое. Да, правда, есть одно мое. Дела их идут вслед за ними. Вот это единственное. Что будет нашим? Что мы приобрели в течение нашей жизни? Блаженны мертвые, умирающие в Господе. И ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Вот это наше. Остальное все не наше. Поэтому с этой точки зрения мы не можем роптать, не можем предъявлять претензий каких-то. Почему у того так, а у меня так? Хозяин захотел, чтобы так было. И если мы этого не понимаем, у нас будут проблемы и трудности. Вы помните, я вам напоминал одну сестру, которая такого роста маленькая была, и она очень сильно переживала, что она маленькая. И я же говорю, когда мы с ней беседовали, она говорит, я как стану на хлебопреломление принимать, мы все стоя принимаем, как гляну вот на других, слезами заливаюсь. Я думаю, вот и туда. Пастор, наверное, думаю, его проповедь сказал, она слезами заливается, она плачет того, что она маленькая. Вы понимаете? Она никак не может понять, что Бог захотел, чтобы она такой была. Вот в его планах было именно вот такое ей дать. Вот такой рост, вот такой вес, вот такие глаза, вот такие уши. Он все продумал хорошо. И может быть, в отрыве или по сравнению с другими, вполне возможно, мы в чем-то и проигрываем. Но когда Бог смотрит на нас, Он видит всех нас вместе, как члены своего тела. Если мы будем не такие, какими он спланировал, это будет урост. Потому он никогда не спрашивает нас, каким вы хотите, чтобы вы были. Он нас сотворил такими, какие мы сегодня есть. Вот такой рост, вот такой вес, вот такой интеллект, вот такая глубина мысли, вот такое положение. Потому что определил в своем теле, даже не в церкви у нас, а в общем смысле в своем теле, определенное место. И мы в том месте должны быть именно вот такие, не больше и не меньше. Поэтому нам сегодня не стоит расти сверх меры и не стоит переделываться не в ту сторону. Потому что все равно мы никак этого не сделаем сами по себе. Мы останемся такими же, какими нас Бог сотворил. Я не говорю, что иногда в своей жизни мы хватаем очень много пороков. Или еще что-нибудь отрицательное. А то, что Бог не планировал, я именно говорю о той самой сущности, которая была в планах Божьих по отношению нас. И вот здесь именно предъявили такие претензии. Ну, кажется, по-человечески правильно. Но как говорить так? Мы работаем с самого утра, перенесли тягость дня зной, а эти пришли в 11 часов, но до 12, а только один час. И ты сравнял их с нами. Вроде бы несправедливо. Вот здесь Господь открывает основные причины, почему люди недовольны, почему они предъявляют претензии Богу и друг к другу. Первое. Хозяин говорит так. Послушай, что ты ропшешь? Да, ты пришел утречком, но мы с тобой за сколько договаривались? За динары? За динары. Но я себе даю динары. Но мы же договорились с тобой за динары. Ну, чего ты хочешь? Если бы я с тобой договорился, я тебе дам 5 динары, и вдруг в конце дня тебе даю динары. Обожди. Ну, ты же обманываешь.
Но мы же вы с тобой договаривались за динарии. Но вы, которые в 3 часа пришли, мы с вами за сколько договаривались? За динарии или за больше? За динарии. Так что вы хотите? И второе. Вот, и очень интересный вывод Господь сделал. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Вот часто людям хочется вмешиваться в то, что им не принадлежит, и там командовать. Он мне ставит первый вопрос. Во-первых, мы с тобой договаривались. Вот это очень важно. Потому что в нашей жизни мы очень часто забываем, о чем мы договаривались, и первое время нам кажется хорошо. Но когда увидим, что где-то за такую же работу кто-то получает больше, мы начинаем предъявлять претензии. Но мы с тобой договаривались. Вы понимаете, как важно перед Богом договорились. Я знаю, недавно один из братьев выезжал в Америку и договорился продавать дом. Аж согласились, все. Сумму некоторую внесла. А потом приходит и поднимает скандал. Ты меня обманул. Ну как обманул? Твой дом столько не стоит. Но ты же выглядела. Но мы с тобой договорились. Ничего, значит, что отдавай гроши. А мы же договорились. Скандал целый. И там, по сути дела, и обмана не было. Ну просто, естественно, кто продает, хочет получить побольше. Кто покупает, хочет получить, дать поменьше. И иначе есть такое в притчах, одна такая истина, касающаяся продавца и покупателя. А говорит, покупатель подойдет, продавец говорит, дурно, дурно. А после вот купит, хвалится. Смотри, как отхватил. Но это же такая политика. Это так люди делают. Сначала вот говорит, это дурно, это плохо. Но там написано, дурно, дурно. А потом отойдет и хвалится. Вот купил и за сколько купил. И вот здесь самое главное, договорились. И второй момент отмечаю. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Оказывается, по рассуждению этих людей, он не имеет права делать, что хочет. Он должен делать то, что, допустим, они подскажут ему, и что им покажется справедливым. И дело было в чем? Наверное, дело было не в том, что они получили динары, но дело было в том, что те работали меньше и тоже получили динары. Вы понимаете, как интересно? А вот тут дальше и написано. Брат правильно говорит. Или глаз твой завистлив от того, что я добр. Вы понимаете, какой интересный вывод Христос делает? А Иисус, когда говорил что-нибудь, он глядел корень проблемы. И он понял, что дело не в динаре, который получили, а дело в зависти. Как это так? Мы работали столько динары, а они столько и тоже динары. Говорит, а я, это мой динарий. Я его кому хочу, тому даю. Но ты не можешь командовать мною, моими деньгами, которыми я нанимаю работу. Я захотел так. Захотел бы дать 10, дал бы 10. А то мое. И если я беднею, я уже немножко добавляю, то это моя проблема, что я неправильно расходую. Но это не ваша. И указал еще на одну причину. И говорит, глаз твой завистью от того, что я добрый. Оказывается, доброта может вызвать тоже зависть. Вот чья-то доброта может вызвать у кого-то зависть. Почему так? И они были неправы, вот эти люди. Еще одна причина. Когда говорили, ты их сравнял с нами. Мы перенесли тягость дня и сной. Если взять, почему я на это обращаю внимание? Я не один раз слышал, когда пожилые люди говорили так. Но это несправедливо. Я уже давно верующая, столько лет, и так трудно войти во спасение. А это пьет, говорит, гуляет, пьет, покается, спасение получит. Где справедливость? Это вот то же самое. Но тот человек, который с детства верующий, за свою верность Богу, он уже на земле получает многое. Я уже не говорю о вечности. Он 5 раз не женится. Первое. У него 1 жена. Хорошая, плохая, но 1. У него там дети не разбросаны по свету. Он не валялся под забором. Это тоже много значит сегодня. И вот мы часто верующие, которые давно верят, очень часто не понимаем, что наше служение Богу нужно не Богу, в первую очередь нам самим. Мы имеем действительно некое положение более основательное в жизни.
Мы сами для себя это делали. Семьи выращили и так далее, и так далее. Не для кого-то. А эти действительно, они не прожили свою жизнь, а промучили. У христиан тоже есть проблемы. У них есть трудности. Но они осознанные, они целенаправленные. Это не просто прожил свою жизнь и не знаю, для чего мучился. Если мучится христианин, он имеет цель. Это очищение, это освящение, это утверждение. А он что добивается? Он просто прожигает свою жизнь. Его мучения никому не надо абсолютно, они бесцельные. Это напрасное мучение. В этих мучениях смысла нету. А они говорили, как ты сравнял нас с нами? Мы же перенесли тяжесть дня и зной. Но вы-то переносили, но вы еще кое-что имели. Если взять нашу жизнь. И кто знает, если бы те, которые так говорят, если были неверующие, то кто знает, дожили бы до этой старости? Были бы они на том должном уровне или нет, это вопрос. И многие из тех, которые когда-то покаялись тогда, когда жизнь висела на волоске, когда семья была развалена, когда жить было невозможно. И вполне возможно, и не жили бы даже уже. Но за счет того, что когда-то, и что где-то в ранней юности Бог дал им покаяние, они остались жить на земле. И имеют что-то, и благословение имеют. Поэтому вот эти, которые так вот роптали, они были неправы ни с одной стороны. Потому что забыли, что наша вера, она в нашу жизнь вносит нечто. Живое, небесное, чистое. И жить легче и проще. Вот они так не думали. Они просто роптали. Как это так? Мы столько динарий, а они столько проводили тоже динарий. Христос, как все равно рентгеном, просмотрел жизнь и отвечает. Я хозяин, во-первых, вы измените. Хочу и даю столько. А во-вторых, я добр, а вы завидуете. Вот как иногда даже вот такие положительные качества в некоторых случаях, когда люди не свободны, могут вызвать отрицательные эмоции и поведение. Ты завистлив от того, что я какой? Если бы плохой, ну ладно, и то трудно эту мысль сформулировать, если плохой. Но то, что я добр, а ты завидуешь. И предъявляли претензии именно хозяину дома. Не работников стыдили. Ну какие вы все-таки, ну да вы подумали, да не берите от него. Что не хозяину сказал, а я хочу и даю. И все, мне так хочется. На мои деньги. Так будут последние первыми и первые последними. И вот, что те обнаружили первые? Они обнаружили неспособность жить по-христиански. Неспособность радоваться с радующимся. Неспособность плакать с плачущими. Вы поняли меня? Ведь христианская жизнь на то и направлена, чтобы выработать характер Христов, сострадание к другим. А вот они прожили всю свою жизнь, и они не достигли того плода необходимого. И стали последними. Вы поняли, вот почему Иисус так сказал? Последние будут первыми. А первые последними. Потому что это образ мышления грешника. Но, безусловно, тут целый букет. Но он рождается каким-то одним пороком. Он рождается одним пороком, впоследствии через этот один порок набирается целый букет пороков. Один грех вызывает другой. Он один никогда не бывает и не ходит один. И потому, вместо того, чтобы осветиться и радоваться, что Бог где-то в конце еще нашел кого-то, они стали роптать. И Бог сказал: вы напрасно прожили свою жизнь. Напрасно весь день проработали. Вы нисколько не помялись, вы завистливые. И вы не понимаете, что я в своем хочу делать то, что мне хочется, а не то, что вам хочется. И потому так будут последние первыми. Эти первые, конечно же, последние, они радовались. У них за плечами не было багажа такого, им не было чем хвалиться. Они ничего не поставили для гордости, потому что они только что пришли. А вот со стажем тут много что можно вынести. Да я говорю, это то, что ты мне говоришь, уже давно забыл. Я на память знаю это все. Вы понимаете, как получается? А кто ты такой? Вот этим словом, а кто ты такой, сразу себя отбрасывать назад. Много не надо. Были первыми,
стали последними. И это выразили сами, это никто сказал. Люди своими поступками, своим отношением к тем или другим вопросам, они себя ставят или на первый план, или на последний. Ибо много званых, а мало избранных. Вот это тоже такие короткие фразы, но на них строятся почти целые учения. Знаете, есть учение, которое говорит об избрании, что одних Бог избрал для вечной жизни, других для вечного наказания. И вроде на первый случай можем найти определенные тексты, которые как бы и подтверждают эти мысли. Но Библия говорит, что это не так. Кто такой званый? Это тот, кому однажды, хотя один раз в жизни, было обращено слово Господа, покайся, измени свою жизнь. Это человек, который был зван. Но если он не ответил на призыв Господа, а вы знаете, что Бог избирает тех, которые отзываются на призыв, он и не стал избранным. Вы поняли вот эту мысль? Званый, кто званый? Кто однажды слышал Слово Божие. И кому Господь предлагал покаяние? Это был званый. И если он отозвался на призыв Господа, значит, он попал в число тех, которые Господь избрал для себя. Ну, вы скажете, а многие отпадают. Да, отпадают, это другой вопрос. Вы знаете, что Иуда был один из апостолов, и Бог ему определил в плане своем принять жребий этого апостольства, но он сам себя делал недостойным. И так Библия говорит. И до последнего момента Бог не раскрывал его, и даже в саду Гефсиманском его первый вопрос был: «Друг, для чего ты пришел?» Помните? «Не негодяй, не предатель, глаза твои себя не видели?» Нет. «Друг, для чего ты пришел?» Он еще мог ответить на вопрос, для чего он пришел. Но уже был не способен на это. Написано, вошел в него сатана, вы помните? А такие люди уже не способны здравомыслить и давать ответ здравомыслящий. Поэтому много званых, а мало избранных. Хотя, я еще раз повторяю, по своему знанию Бог, конечно, знает, кто спасется, а кто нет. Но это не определение его. Это его знание. Прекрасно знаю, что буду ему говорить и предлагать. Он не будет слушать и погибнет. Вот. Кого предузнал, помните, тех и предопределил. А кого предопределил, тех кого? Тех уже не предпризвал. А что сделал? Призвал уже. Уже пред нету. Уже пред нету. Призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Кого продал, тех и прославил. Уже без всяких пред. Предвидел, предузнал. То есть очень хорошо знает обстановку, жизнь человека и видит наперед. Но на это не обращает внимания. И один из примеров, очень яркий в этом вопросе, это пример Иуды, который был призван наравне с Петром, который получил жребий апостольства, но через жадность к деньгам потерял все. Еще они уже, имя Иуда не звучит, хвала Иеговы, а предатель. Это было одно из высоких имен. Вы, наверное, знаете из истории, когда переводчики переводили Священное Писание, и когда они встречали слово Иегова, то есть несущий сам себе жизнь, они даже боялись его произнести, вот это имя. Они заменяли его другим в обиходе. А Иуда носил имя хвала Иеговы. Но при этом он лишился всего. Через что? Через то, что имел, значит, деньгам был прилеплен. Имел пристрастие к деньгам. И они его и погубили. Не хотел расстаться с этим пороком. Наверное, думал, что он не просто жадный, не просто деньги любит, но очень экономный, очень такой, ну, предусмотрительный. Мы так часто свои пороки прикрываем. Мы не называем их своими именами, а такими, ну, знаете, высокими фразами, и красивыми именами их наделяем. В самом деле, это просто жадность и всего только. Скупость, но ни в коем случае не расчетливость, хотя и тексты подбираем как следует. И мы можем ошибаться, но когда Бог нам говорит, Он никогда не ошибается. Скажет, ты скупой, или ты жадный, или ты еще какой-то.
То есть его называешь таким, но в самом деле, ну, ты просто умеешь хорошо прикрываться. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и продадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Вы знаете что? Тут одна такая мысль сквозит, что самые ценные в руках дьявола люди высокопоставленные. Рядовые, они много не сделают. Для него очень ценные люди, которые имеют вес в глазах общества, но оказываются в его руках, которые имеют авторитет. И вот как раз-то вот здесь, в этом тексте написано, Иисус прямо говорил, кому его предадут? Он сказал, не, да, допустим, не римскому сотнику, не римским солдатам. Хотя сам первосвященники, наверное, ну, не распинали, не плевали. Они просто научили, они мнение людское настроили. И рабы их брали Иисуса. А Иисус говорит, продадут первосвященникам и книжникам. Очень часто в жизни так бывает. Есть кто-то за кулисами, выставляет пешки наперед и манипулирует ими. И эти пешки несут всю ответственность, а они оказываются в тени. Наделают дело. Я помню один такой случай. Когда довольно-таки неприятные события происходили с некоторыми братьями. Мне было просто интересно. Это было неприятное время и для церкви. Потом я стал молиться, вижу видение, эти братья впереди, а один стоит сбоку и поглядывает. Я понял, все хорошо. Это его работа. И сегодня эти братья до сегодняшнего дня в церкви авторитета не имеют. А тот брат в почете. Его никто не знает, что это его работа. Вы знаете, как иногда бывает? Так и здесь. А Иисус, когда говорил о чем-то, то он говорил прямо. И вы помните, когда Бог обличал Давида за Урию хитиянина, он сказал, ты его убил. Ты убил мечом аммонитян. Вот вы, пожалуйста. Так что в нашей жизни мы не все всегда видим. Есть люди, которые находятся на острие, их все знают, а есть другие, которые стоят сзади, их никто не видит и не знает. Но это их работа. И, наверное, будет удивительно, если Бог будет судиться. За что, да? Ну, за что его? Того хорошего брата или хорошую сестру? За что эту хорошую сестру Бог судит? Ну, вот этого брата, который постоянно бунтовал, то его давно надо было бы. А его за что? Оказывается, он был его рукой. Никто этого не знал, а тот, который на небе, все знал. Поэтому вот здесь вопросы поднимаются очень серьезные. Предан будет первосвященникам и книжникам. 19 стих очень интересный. Если рассматривать смерть Христа с точки зрения причины смерти его, ну как причины, корни самого, то написано, а то, что он умер, то умер для чего? Для греха. А то, что живет, то живет для правды. И мы, говорит, некто умерли вот таким же образом. И первое, когда Господь начинает человека чистить или распинать его. Вы знаете, что мы вообще на кресте висим? Распяли плоть со страстями и похотями. Вы знаете, мы были бы счастливы, если было написано, расстреляли плоть со страстями и похотями. Это было бы счастье большое. Это одно мгновение, один удар и свободные. А вот распяли, распинают, пробивают руки, пробивают ноги, и человек висит на кресте и медленно умирает. Вот так иногда медленно на кресте. Или сказать, судьба нас так ворочает. Умираем мы для себя. Гордые, как побьют хорошенько, выхода нету. Куда делать гордость? Сломали, смирили, смяли, как положено. И вопрос решен. Но это не мгновенно. Очень часто долго, и некоторые люди висят на кресте, всю жизнь умирают. И Павел говорил, я каждый день умираю. Помните? И вот здесь первое. Предадут его язычникам первое на поругание.
Это очень тяжелое положение, когда над нами ругаются или клеймят. Второе, биение и распятие. Это вот три момента из духовной жизни. Поругание, биение и, наконец, распятие. Но это еще не смерть. Вы понимаете, насколько иногда трудно человеку подготовиться к вечности. Ему надо умереть для греха, умереть для себя, что очень трудно. Говорит, вы помните этапы жизненные для христианина? Господи, я пойду за тобою. Есть несколько вариантов, когда люди подходили и предлагали Христу следовать за ним. И он однажды очень хорошо сказал. Первое, что сделай? Отвергни себя. А это так трудно. Отвергни себя. Второе, возьми свой крест, потому что если не отверг себя, ты не возьмешь крест. Отвержись от себя. Забудь, что ты ешь, что ты не делаешь, делай для Господа, для других. Тебя нету. А это непросто. А это непросто. Мы обычно, когда мы что-то решаем, какую-то проблему, то мы ее-то подспудно внутри никак не можем забыть себя. Это-то мешает. Я знаю одного брата, который вообще-то неплохой брат, хороший брат. Он не из нашей церкви, с другой совсем. И довольно далеко от нас живет. У нас сегодня не хватает пастырей. Ему предложили, дали церковь. Надо ж рукополагать. Он требует, рукоположите меня в моей церкви. А братья наотрез, ни в коем случае. Туда пусть идет. У нас он не будет. Он требует, нет, все-таки меня положите в моей церкви. А че не хотят? Я после говорю ему, ну для чего ты это делаешь? Он говорит, а я не хочу, чтобы так было, как с тобой. Сначала пошел в Москву, потом пришел, все места заняты, а ты ходил. А себя думая, вы понимаете, о чем я говорю? С одной стороны, он хочет служить Богу, но и про себя не забывая. Ну вот так что, я говорю, корону потерял или что? Ну я же ничего не потерял. Я вполне мог бы стать на свое место, но зачем это делать? Зачем это делать? Что, мне работы нету или что? Обязательно мне надо быть там старшим по Белоруссии, где я был. Зачем мне это надо? Я еще бы хотел действительно этой короны. Я бы остался в России, меня предлагали там. Я давно был бы по всему СНГ. Но я не хотел этого, я приехал домой. Зачем мне это надо? И очень часто, когда мы решаем некоторые вопросы, где-то там в глубине мы иногда это закрываем. Мы не хотим, чтобы это звучало, но в самом деле мы не можем расстаться сами с собой. Я не говорю, что я совсем себя отверг, вы поймите. У меня тоже есть все. Где-то и себе думаешь, но я имею в виду, что это часто мешает. Когда человек имеет в виду себя, он просчитывает варианты. И он хорошо понимает, что если я вот так сделаю, я что-то могу лишиться чего-то. И дошло дело до того, что ему просто предложили убраться с той церкви, поставить другую. Он не мог этого сделать, хотя церковь его принимала. И говорили, давай, брат, рук положит тебя здесь уж у нас. Нет. А вдруг мне здесь не понравится или что-то, я тогда буду там иметь место. Еще у него не имеет места ни там, ни здесь. И ни там, и ни здесь. Почему? Вот это отвергни себя, оно имеет для нас очень важное значение. И не так-то просто отвергнуть себя. А дальше возьми крест, то есть подчинись Божьей воле, куда он тебя поведет, и следуй за мною. Потому что просто-напросто не сможешь следовать за Господом, если не отвергнешь себя, не возьмешь крест. Делать вид, что следуешь, можно, но это не будет полноценным следованием. И второе, если не умрешь, вот смерть это нечто страшное и неприятное, то не сможешь получить и нечто весьма особенное воскрешение. Вот это два полюса. Один полюс смерть, а другой полюс воскрешение. Но воскрешение не может быть, если не будет смерти. Если человек на земле не сможет умереть для себя, умереть для греха, если во грехе умрет, он не сможет воскреснуть. Только умершие воскресают. Живые
не воскресают. И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. Так что, если даже и я, и вы находитесь в церкви, но если вы способны ругать кого-то, ну как ругать, обговаривать, бить языком, то вы язычники. А тут и язычники этим занимаются. Может, правда, есть язычники, которые языком бьют? То подходит хорошо язычник. Когда-то кто-то, кажется, Пушкин говорил, ах, злые языки, страшнее пистолета, да? Или нет, был Пушкин, наверное, я уже давно учился, уже не помню этой литературы вообще. Но язычники, языки длинные. 20 стих. Тогда приступила к нему, то есть к Иисусу, мать сыновей Заведеевых, сыновьями своими, кланяясь и что-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать честь у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Так что сегодня мы, служа Господу, направляемся на то место, которое уготовано нам уже давно. Чтобы сесть на то место, которое давно уготовано. А вот сядем или нет, это от нас зависит. Вот тут одна из просьб или одна из молитв неправильных, на которую Иисус не мог ответить. Хотя он Бог был во плоти, и для него преград не было, но здесь сказал, не знаешь, чего просишь. И поставил им, так сказать, поставил им на вид, что это не так-то просто. Для этого надо будет пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь. Вы это сможете? Я говорю, сможем. Вот, ну, по вашему положению в церкви, вы это будете все. И они, да, они пили чашу скорби, они многие головы сложили и крестились всеми крещениями, которые только бывают. И водные, и духовные, и боевое. Это все будет у вас. А вот дать честь у меня по правую, по левую сторону, говорит, не от меня зависит. Но кому уготовано отцом моим. Это один из примеров молитвы, на которую Иисус не мог дать ответа. И таких молитв, наверное, у нас, людей, наверное, немало бывает, когда мы не знаем, чего просим. Потому что просим по собственному разуму, потому что нам так кажется хорошо. И кто-то однажды сказал, что в вечности мы очень будем благодарить Бога за то, что Бог не дал нам то, что мы у Него просили. Потому что мы не всегда знаем, что нам надо просить. У Бога на этот счет есть свои конкретные планы, определения, и Он знает наши возможности, способности и так далее. Но почему мы иногда просим то, на что Бог не хочет отвечать? Потому что нет той прямой связи с небом. Разорван контакт с Господом. Потому что принцип Божий какой? Проникает в сердце, производит желание, которое ему хочется, и после этого желание нам приемлемо становится, и мы ее как свое приносим перед Господом, и Он отвечает. Но когда у нас контакт разорван с Богом, у нас может быть очень много желаний, которые Бог и не хотел бы даже видеть и говорить о них. И я это не выдумал, а так написано. Он производит в нас действие и хотение, как по своему изволению. Потому что у него есть план на нашу жизнь. И этот план, самый лучший план, для того, чтобы мы без всяких потерь, без больших скорбей, могли войти в вечность. Но если мы не вписываемся в его планы, мы попадаем в сети, в ловушки, и тогда это уже будет не план Божий, что мы страдаем, а наша собственная неспособность именно влиться в этот план Божий. И когда многие говорят,
Ну, может быть, многие, будет некоторые говорят, что вот Бог дал мне такой крест тяжелый, то для у некоторых уже это не крест, это сам человек влез куда не надо. И тянет бремя, но не крест. И стонет от этого. Но это не было в планах Божьих, сам взял. И вы помните, кажется, послание к Галатам, там еще такой интересный стих. И если я разрушаю то, что сам соделал, то я сам себя и делаю преступником. То вот немножко можно взять некоторую параллель провести и чуть таким языком сказать, то очень часто мы сами себе накладываем тяжелые бремена, которые не можем нести. Но того не было в планах Божьих. Было допущение, потому что мы туда рвались очень сильно. И он позволил нам это сделать, но это был не его план. Он такого не планировал. А допустить, допустить, потому что очень хотели. Очень хотели. Услышавши сие, прочие десять учеников вознегодовали над двух братьев. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Смотрите, что произвела вот такая неправильная просьба? Она произвела негодование во всех остальных. И, наверное, ученики думали, что их негодование справедливое. Ну а что еще иначе думать? Сам Христос этой молитвой не согласился с просьбой, правда? Сказал, ты не знаешь, чего просишь? Но и они были неправы. И Библия говорит, что у них самих были такие замашки у всех. Вы помните, однажды шли дорогой, да рассуждали, кто больше из них. Ну, наверное, тут не только сыновья Заведия, наверное, вообще какие-то имели претензии, чтобы быть большими. Не только в этих, в этой семье были такие желания быть большими. И когда Иисус их спросил, о чем мы дорогой рассуждали и молчали, они хорошо понимали, что делали не то, что надо. Но здесь вот Господь сказал, и их поставил на место. Тоже, те же, вы не знаете, чего просите. У вас сегодня такое представление, что большему должны служить. Он говорит так. Иисус же подозвал и сказал, вы знаете, что князья народу господствуют над ними. И вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Это принцип Божьего царства. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Так что вы, наверное, думаете, я расширяю мысль, которую Христос хотел сказать. Вы, наверное, думаете, если будете большими, то у вас будет много рабов. Вам будут подчиняться, будете командовать. Но вот в моем царстве не так. Вот вы сами не знаете, чего вы хотите. Вы просто-напросто не готовы к этому. Смотрите, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. А кто же быть первым, будет вам рабом. Видите разницу больше и первый? Но больше это до первого только. Это может быть больше, а тут еще больше. А первый, это на самом высоте. Так кто хочет быть большим, пусть будет слугой. Вы знаете, что слуга и раб, ну, наверное, не всегда сначала одно и то же. Слугой мог быть и свободный человек. А раб, это полностью купленный хозяин, это его вещь живая. Кто хочет быть первым, да будет рабом. Уже не слугою, а рабом. И, наверное, для них это было тоже откровение, как и для нас иногда. Опять вот, ну вы хоть подумали, что вы хотите или нет? И даже в вечности, вы помните такое интересное выражение? Когда будет брачный пир, ну, естественно, кто будет самый главный на том пиру? Иисус, правда? Написано, что там будет? Он пропояшется и станет служить вам. Самый больший. Вот это принципы, которые очень часто нам в нашей жизни недоступны. Потому что мы мыслим по-человечески. А Иисус рассказывал, а вот мое царство вот такое. Кто хочет быть большим, будь слугой. А кто хочет быть первым, рабом должен быть. А тут уже надо думать, согласны мы на это или не согласны. Когда-то я помню, еще раньше было такое свидетельство, когда кто-то из братьев просил Бога дары исцеления. И долго просит, потом Бог ему говорит, ну вот, 2 часа ночи,
Сильная вьюга. Все дороги замело. Я тебе скажу, вставай, иди там где-то, за столько-то километров там кто-то умер. Ты пойдешь или нет? А тут уже, ну, так вот. Так подумай, надо просить или не надо. Вот так, вот так оно есть в жизни. Вот знаете, если Бог дает какие-то дары, он дает для работы. Не для коллекции, вывесить на стенках, показывать, что вот у меня вот такие дары. Нет, для работы. И они не будут действующими, если не будут в работе. Если это пророк, он должен быть в работе. Если это исцеление, он должен быть в работе, и нужно будет тираться. Вот как на земле тираться, квалификация, так будет и там тираться. Вы не дайте проповеднику полгода проповедовать, и после его выпустить, и вы увидите, что это не тот проповедник уже. Не тот. Он тот же самый, те же самые знания могут быть, но уже не то. Потому что он не работал, не трудился. Я говорю, плуг, когда он не пашет, что? Ржавеет. И таких ржавых плугов у нас много на сегодняшний день. Заржавели, еще немножко от света есть от того прошлой похоты, а уже по-настоящему уже не сверкают эти плуги. Они заброшены. И когда выходили они из Иерихона, ну тут можно было бы на 28-м стежке остановиться, но я думаю, мы на нем останавливались. Христос на себя указал, что вот я, допустим, пришел, и вы знаете, что я Мессия, я Божий Сын, Бог во плоти, но я же у вас слуга. Кормил кто? Иисус, правда? Исцелял кто? Иисус. Кому бросались одержимые, прокаженные? Ну, можно сказать, самые такие люди, которым даже прикасаться к ним неприятно. Они же к нему бросались. Ученики стояли в стороне, к ним никто с прокаженных не кидался. А к нему? К самому большему. Да вы по себе сами знаете. Мы никогда не идем к диакону, прямо к пресвитеру. А зачем диакона, когда к пресвитеру можно? Этот может не решить, а тот решит, хотя и тот часто не решит. Ну, вы же хорошо понимаете, что вы обычно игнорируете меньше, а вам давай самого большего, и не лишь бы какого. Потому что у вас нужда самая большая, и вы самые лучшие, и за вас надо особое что-то. И другие вам не помогут. Но у нас такое мышление. У нас такое мышление. Кто хочет быть большим, тот быть какой? Меньше. И вот часто такую параллель Господь проводил. Кто хочет быть мудрым, тот какой-нибудь безумным. Потому что мудрость этого мира есть безумие перед Богом и так далее. 30 стих читаю. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Что вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Наверное, я ничего нового не скажу, только подмечу то, что не один раз подмечал, что Иисус всегда, когда к нему приходили люди, он спрашивал: «Что вы от меня хотите?» И они должны были сказать, не подумать, не захотеть, а сказать: «Хотим прозреть». И вот это вот выражение устами, оно перед Богом имеет очень большое значение. Это означает одно, что вы преодолели все. Вы наблюдаете такую картину? Когда вы приходили, у вас было твердое намерение говорить, о чем-то рассказать. Но когда приходили, вы не могли сказать. У вас было полно желаний. Вы хотели что-то сделать, но вы не могли сказать. Вы что-то переступить не могли. Иисус всегда требовал: до конца все сделай. Что ты больной, это один вопрос. Что ты хочешь получить исцеление, это другой вопрос. У тебя сильное желание, это очень важно. Но ты же должен сказать открыто, что ты хочешь. И когда человек выражал это устами, это для Господа очень много значило. И вы хорошо понимаете, что вы очень много в мыслях делаете, правда? Очень много говорите. Но не всегда вам это легко и просто сказать открыто. И того человека, который может открыто сказать, называют мужественным. На это надо мужество иногда. Думать, это легко, когда никто не знает, и правильно может думать. А вот сказать для всех, это не так просто. Иисус вот здесь вот говорил,
Что вы хотите? Господи, чтобы нам прозреть. Это было дело своего рода и доведенное до конца, а дальше начиналась Божья работа. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. 21 главу читаем. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавшую приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, тотчас пошлет их». Другой человек говорит, что он прямо Иисус знал, что они скажут. Если вам скажут, зачем отвязываете ослёнка? Вот это знание Божие, оно очень удивительное. С одной стороны, человек имеет свободную волю. Он имеет полное право говорить или не говорить, делать или не делать. С другой стороны, оказывается, Бог наперед знает, что этот человек сделает. За тысячелетия. И вот они вам скажут. И еще Захария говорил о том пророчестве, что будет ослёнок, будет ослица, Иисус сядет на них наперед. И Иову Господь однажды сказал: «Перед тобою совершеннейшее в знании». Там, конечно, имелось в виду в знании законов природных, но во всех аспектах христианства, во всех вопросах учения, это совершеннейшее в знании. И здесь нет сомнения в том, что Бог знает, что вы будете делать завтра. Потом иногда и предупреждает: смотри, бодрствуй, потому что если не сбодрствуешь, будет вот так и так с тобой. В некоторых случаях просто говорит: вот будет у тебя так. Но ты тогда сделай правильный вывод. Я думаю, что вы в своей жизни не один раз такое испытывали. Я, допустим, переживал такое не один, когда Бог точно, слово в слово скажет. Я уже думаю, ну все равно, я уже обойду это, я же уже знаю. И вот обхожу, как раз попадусь там, где обходил, и точно будет так, как сказал. Ну никак нельзя. Совершеннейшее в знании. Но уже тогда, если внимательно, то уже знаешь, как вести себя. Уже хорошо понимаешь, что это ложное, или это праведное, или обвинение, или слово, и так далее. Поэтому еще одна из мыслей, которая здесь же появляется сразу, что Бог существует вне времени. У Него нет прошлого времени, у Него нет будущего, Он живет в настоящем постоянно. И для Него известно все, что сзади было, это естественно, и что впереди тоже. И поэтому с этой точки зрения, если мы верны Господу, то у Него никогда не бывает тупиков, с которых Он не мог бы выйти. У Него уже давно готовы ответы и готовы выходы. Для нас они кажутся невозможными ситуацией. У Него все давно определено. Поэтому он, если сегодня у вас беда, Он не садится с ангелами решать вопрос сегодня, что с ним делать. У Него уже давно решено все. Он знает, что делать надо. Потому что Он существует вне времени. Он не подвластен времени. Но нам это, конечно, и мне в том числе, это очень трудно понять. Как это можно знать будущее? Не знаю как. Тем более, что я сегодня мог быть здесь, мог не быть. Я же имею свободную волю. И тем не менее, он учитывает все. Вот как шахматист изучает партию противника, делает просчет, и ставит ловушку загодя. Ну, кто играл в шахматы, тот знает. Знает почерк и попадается. А говорят, на домашней заготовке попался, помните? Да. Ну, там бывают просчеты. На умного, может быть, еще умнейший. Но вот когда Бог занимается такими просчетами, то он никогда не ошибается в этих вопросах. Все же сие было. Я 4 стих читаю. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите через Сионовы, ще царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Провели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх. Конечно, не сразу на двоих.
Речь идет на одежды сел. Но когда здесь читаем, он сел поверх них, то не имеется в виду на шлицу и на осла одновременно. А то, что они были вместе, вместе с ослицей осленок был, а то естественно, без ослицы он не пошел бы, наверное. Хотя Христос имел возможность заставить его идти. Но в этом случае он просто воспользовался ослицей, которая шла вместе. Но он не на двух сразу сидел. Если вот здесь написано, привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, то положили на обоих одежды, а сел-то он на одного, на одежды имеется в виду. Не на ослицу и на осленка одновременно. Множество же народов постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерева, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен градущий во имя Господне, осанна в вышних». Кто-то однажды немножко с юмором сказал, когда говорил о том, что некоторые люди думают, что они такие способные, что им слава принадлежит. Он сказал так: люди, говорит, подстилали одежды, и осел думал, что это для него, казалось, для Христа, хотя он ступал по них. Вы поняли меня? Осел мог думать, что это ему одежды подстилают, но это одежда для Христа подстилала, не для осла. Но он ступал по этим одеждам, и всего столько. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот такими вот словами. Конечно, там наши банды организованные не были, они не прятались перед алтарем, но с духовной точки зрения они были бандитами. И в свое время они это подтвердили, когда распяли Христа. Иисус, когда вошел в храм, он увидел, что там не все делается, что надо было, чтобы делалось. И сказал: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И когда однажды, оно такое может быть, когда однажды один из наших братьев, то один из заместителей моих, был на разборе одного дела, ну и там, это, кстати, были его родственники, но они себя очень чувствовали хорошо, у присутствия старший родственник, они где-то с пастором говорили, потом говорили: замолчи, то сейчас мы тебя возьмем, через окно выкинем. Он говорит: братья, так вы же вот бандиты. Потому что бандиты через окна выбрасывают. Ну какие же вы братья? В самом деле, есть люди с такими характерами, которые далеко не христианские, их вполне можно назвать бандитами. Или в одном месте я сам приезжал на такие разборы, я просто не хочу, чтобы у нас так было. И когда однажды братья мне сказали, где-то кто-то там сделал замечание, а братья подошли и сказали: попробуй еще что-то, мы с тобой расставимся. Я говорю: братья, это вы же бандиты. Если я узнаю, кто это, то Бог сказал: я просто потребую исключения вас, и все. И всякого разговора. А что вас держать здесь? Если вам сделали замечание, а вы начинаете угрожать, что мы с тобой рассчитаемся, какие же вы христиане тогда? Тогда вы идите там, где такое общество, да там и рассчитывайтесь. А такое может быть. И когда однажды, то тоже, когда один из братьев исключили одного из церкви, я сам такое письмо читал. Христос знал, что говорил на все века. И вот то, что он сказал, оно, казалось, в Библии записано. Что домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. И вот эти слова читали все поколения христиан, правда, начиная с первых веков. 100 лет прошло, читали. Уже вроде бы написано было это Евангелие. 200 прошло, читали. 1000 прошло, читали. 1900 прошло, читали. Сейчас 2000, мы читаем то же самое. Я приезжаю, брат, говорит, приезжай, такое дело. Я читаю письмо. Я просто не называю полностью, я не хочу, чтобы называть все это. Написано такое письмо, что ты такая-такая свинья, называет ту местность, убирайся вон отсюда, иначе мы тебе наденем мешок на голову, и никто не узнает, где ты скрылся, где ты делся. Вот вам, пожалуйста, братья написали. Дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. Вы знаете, почему я это говорю? Я думаю,
что были люди, которые знали, что приход, но не молчали. Вот такие вещи не приходят в очень узком кругу. Как правило, кто-то еще знает, но молчат. И, наконец, когда-то будет приходить время, когда Господь может прийти и сказать, ну, как он то скажет, не знаю, через проколи, через откровение ли, или какие-то события неприятные в жизни, но опрокинул, сломал, разогнал, попросту говоря. Почему? Потому что там, где должно быть все чисто и свято, там была нечистота. И приступили к нему в храме слепые и хромые, он исцелил их. И, конечно, очень часто вот этот последующий стих связывают с первыми. Когда где-то в доме или в доме молитвы наводится порядок, должен, тогда начинается работа Божия. Приступили тогда. А в этом-то невозможно было делать. Он сначала совершил очищение, вы хорошо понимаете, что там, где есть грех, там не будет действовать Дух Святой. Он будет действовать, но будет действовать как обличение, для исправления. Но силы той не будет, что надо, которое было бы. И я часто привожу пример Неемана, вы помните. Я просто немножко выхожу с этого текста, чтобы оформить мысль свою. Был прокаженный, был большой человек, но прокаженный. Вы это помните все хорошо. И переступаю через все эти события, которые с ним произошли. Но самый очень важный момент. Когда он окунулся в Иордане 7 раз, то с него сошла проказа. Проказа есть символ греха. И тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Помните? Вот именно подчеркнуто в Священном Писании, что тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Тело маленького ребенка отличается от тела взрослого человека и от тела старца тем, что оно не только обеспечивает само себя, оно работает на рост. И это бывает только тогда, когда нет греха. Вот тело взрослого мужчины, я не раз эту мысль повторял, оно само себя обеспечивает еще пока что. Тело старца, оно уже не обеспечивает само себя, оно умирает. А тело маленького ребенка и обеспечивает само себя, и работает на рост. Вот как раз то, когда Бог исцелил Неемана от проказы, то тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Поэтому это очень важный вопрос, что касается и роста церкви, и так далее. Обычно часто бывает застой какой-то. Одна причина – где-то царствует грех. Как только начинают люди рассчитываться с грехом, обязательно будет движение какое-то. Но я, допустим, понимаю, что если там где-то в деревне, я беру такой пример конкретный, допустим, 50 человек живет, ну то, естественно, там 1050 не может быть членов. Но зато у них будет молитвенная жизнь, и где-то рядом будут расти церкви. Но они не будут в застое. У них будет жизнь. Если нет той жизни, нет движения, беда. То, что назвать какой грех, не назовешь. Надо конкретно думать и рассуждать конкретно, определенно, на конкретную местность, на конкретную деревню и так далее. Но если от греха свободна церковь, она будет расти. Если нет, не будет роста. Я знаю одну деревню, это около Пинска, и там наши братья ехали, там где-то 8 человек верующих. Но они настолько погрязли в грехах, что говорят, когда стали евангелизировать эту местность, плачут люди, катят, но говорят, мы не можем идти туда. Они пьют вместе с нами. Ну куда мы пойдем? Вы приезжайте. Но если будет другая церковь, пойдем, а в эту мы не пойдем. И брат один раз приехал другой раз, наконец выступает один брат, порог старте, говорит, так говорит Господь, что здесь пробуждения не будет, потому что мы виноваты в этом. Ну, говорит, ну вы кайтесь, раз вы виноваты, если вы это понимаете. Ну, говорит, не, браток, ты лучше к нам не приезжай, ничего не будет, потому что мы преграда, но не едь к нам. Вот образ мышления людей. Так вы же, говорит, поняли, что вы преграда. Кто там через вас говорит, Дух Святой, или вы сами говорили, да это уже ваш вопрос. Но если вы поняли, что вы преграда, меняйте вашу жизнь. Нет, говорит, лучше ты к нам не едь. Все равно ничего не будет. Мы преградой являемся. Вот такая странная логика. Ой, интересный образ мышления, но иногда как-то и трудно понять этих людей.
И видевши же книжники первосвященники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих, «Осанна сыну Давиду», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве мы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Это опять-таки было записано в Псалме. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих» и так далее. Видите, и Господь именно вот этим способом показал, что здесь сверхъестественное действие. Дети или младенцы, они не могут подчиниться чьей-то воле. Они не могут сообразить, что им один, и говорить, наверное, не могут. И вот Дух Святой наполнил, и настолько вот ослепли в своей ненависти вот эти лидеры того времени, что они не сказали: «А что же это делается, интересно? Ну когда мы такое видели, чтобы младенцы восклицали «Осанна сыну Давидову»?» Не, они очень быстро сделали вывод, но не то, что надо, запрети им. Ты видишь, что они говорят? Вот вижу, так же написано. Вы считаете закон? Это написал ваш царь Давид, пророк написал. Он написал такой псалом. И вот теперь пришло в исполнение. И вот люди в слепоте греховной очень часто не видят явных чудес. Вот настолько силен грех, который людей пленяет. Вы им не докажете ничего, когда они в заблуждение попали. Видят и не видят, слышат и не слышат, понимают и не понимают. Я приводил вам пример такого же рода обольщения Валаама, которого Валак призывал проклясть народ израильский. Пришел, а ослица проговорила человеческим голосом. И он разговаривает с ней, наверное, как с женой или как с соседом. Ну ты подумал бы, ослица разговаривает. Ты когда-нибудь видел, чтобы ослы говорили или нет? Она с тобой разговаривает человеческим голосом. Она говорит: если бы ангел, если бы не ослица, написано, ослица, проговаривавшая голосом пророка, человеческим голосом остановила безумие пророка. Он разговаривает с меня спокойно. Я бы тебя убил бы, если бы не мир. Он говорит: ну я ж твоя ослица. Разве когда-нибудь с тобой так поступала? А он себе разговаривает, как со своим домашним. Ну что? Вроде бы ослы кровом говорящие. Вот насколько слепые люди бывают. Во грехе слепые. Обольщение. Идет разговор, соседи разговаривают. Не понимаю ничего. Наверное, мы иногда такие бываем, да? Когда что-то такое вобьется в нашу жизнь. Вот ты кто хочешь, все равно свое и все. Это самое опасное положение. Я не знаю другого более опасного положения, когда есть такой образ мышления очень интересный. Говорят, Дух Святой сказал так и так. Говорят, это не Дух Святой сказал, потому что в Слове Божьем не так написано. А он этого Слова Божьего не понимает. А как ты проверяешь? А я молюсь, если не по Слову, то я это все откидаю. Вы понимаете, насколько это опасное положение? Такому человеку Бог не может подсказать. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Вот он понял. Дело в том, дело не в Слове Божьем, дело в толковании. Вот мы сегодня читаем Слово Божие, и мы тут же его толкуем. Мы говорим: я понял. Что такое я понял? Я уже истолковал для себя. Я истолковал для себя вот это место Писания так, как я понимаю. И он настолько уверен, что правильно понимал, если бы даже пришел ангел, стал говорить Дух, он сказал бы: это не по Слову, я не принимаю. Это самая опасная категория людей, которых никто не может остановить. И Дух Святой, он говорит, а они отвергают. Но я понимаю, что у Бога еще есть набор других методов, наверное, есть. Но это уже не очень важное положение. Такого человека просто нельзя научить. «И оставив их, 17 стих, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будешь же упрять от себя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горы сей скажете: поднимись в верующем море, будет. И все, чего не попросите, молитесь с верою, получите.
Конечно, мы добавляем, что по воле Божией. И не так, то много сегодня есть случаев, когда люди толкали бы эти горы с места на место. Чтобы переставляли. Поэтому это вопрос такого характера. Многие связывают вот эту смоковницу с проповедью. Есть такие тексты Писания, когда Господь называет свой народ, народ израильский, смоковницей с приятными плодами. Но самое главное, в чем был успех вот этой веры Иисуса Христа? Он никогда ничего не делал от себя. Вот то, что он делал, он воспринимал от Отца. Оно проходило через него, а как его, он был един с Отцом. Потому что он не говорил, оно получалось в его жизни. И это было как для примера оставлено. Это было на будущее времена откровение для многих в этой смоковнице. И вера основывается на Слове Божьем. Вы, наверное, это вообще знаете. Вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божьего. Но вот это Слово Божие, которое мы читаем в Евангелии, оно должно раз Дух Святой подтвердиться нашему сердцу, что оно и нам относится. Если что ремо, ну так, если, мы еще называем откровение, и Дух Святой сказал. Это очень важно. Мы никак не можем обосноваться только вот на этом слове. Вы помните, он еще свидетельствует, когда ходили по воде. Было время, когда Бог сказал переходить реку. В пробуждении в Индонезии есть такое интересное свидетельство. Я помню, давно читал вот эту брошюру о том пробуждении. И там, когда надо было идти, то Бог сказал, ступайте, идите через эту бурную реку. Они встали и пошли через нее. Некоторые усомнились и не пошли. И когда они попытались идти через полчаса, то они просто-напросто не смогли этого делать. Их вода не держала. Ну, кажется, ну почему? Иисус ходил по воде. Перед нами только что прошли. А они захотели идти, а уже поздно было. Почему они ходили по воде? Потому что Бог им сказал, чтобы иди. Иисус ходил. Я знаю не один случай, когда и люди ходили. Но это было только тогда, когда это подтверждал и Духом Святым, иди. И он еще тоже говорит. Кто-то там тоже рискнул. Кто-то перешел. А кто-то тоже верою, и мы верою пойдем. И ступили в воду, после их трупы нашли через несколько дней. Потому что у них никакой веры не было. Они взяли с основания Писание, но Дух Святой им не подтвердил, что иди. Это было не их место, не их текст на это время. Это был тех братьев, которые шли. Это был текст для Петра, который ходил, а для них не было этого. И они поплатились, потому что не поняли, что такое вера. И я вам не один раз рассказывал, когда, вы помните, когда даже в нашу церковь два Ивана приезжали? С Молдавии, с Маринешты. Кто помнит с пожилых сестер? Один был такой маленький, другой высокий, большой. И когда один из них заболел, то они поступали по Писанию, как написано. Болен никто из вас, пусть что? Пусть призовет, не пусть проситель сам придет. А пусть он призовет. Часто говорят, а чего вы не пришли? Потому что ты не звал. Пусть призовет пресвитера в церкви и помолится над ним, помолится елеем во имя Господне. И молитву веры исцелит болящего. И вот заболел один из них, он начинает молиться Богу. Вернее, не совсем так, посылает брату за ним, по написанному. Приходят ему и говорят, вот брат Иван заболел, просит, чтобы ты пришел помолился. Он становится на колени, Господи, я готов идти. Если я пойду, ты исцелишь его или нет? Он говорит, иди, исцелю. Ну, по Библии так написано, правда? Бог не один раз так исцелял, а в этом случае для него, это его место, его иди. Приходит домой, ну вот, брат Иван, я и пришел. Он его спрашивает, а когда ты молился, что Бог сказал? Вот мне Бог сказал, иди молись исцелю. Все, тогда молимся. 2 минуты, и брат Иван устал. Это была вера. И она была основана не на желании одного получить исцеление, не на желании другого исцелить. Она была основана конкретно на Слове Божьем. И на повелении Господа. Это была вера. И он не спутал веру с собственным желанием.
Это была вера, которая была основана в полном смысле слова на Слове Божьем, и это место было для него в это время, не для кого другого. Поэтому здесь, просто когда мы говорим об этой вере, то мы постоянно говорим о том, что Дух Святой должен подтвердить то, что написано. Хотя сегодня, вполне возможно, кто-то и не так проповедует, но жизнь показывает, что так. Жизнь показывает, что так. И никогда, если, допустим, Бог попустил за грех какой-то или что-то другая причина, то покуда эта причина не устранена, то я ничего не сделаю или что-то другое, при всем желании. Это вот напрасная работа, напрасная потеря времени. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Хотя основные вопросы. Главное, чьей властью ты это делаешь? Потому что дьявол тоже иногда может делать. Вы помните, противился Моисею до определенного уровня. Он, так сказать, противостоял Богу. Вы это помните место Писания? Кровь переложить, и он переложил воду в кровь. Жезлы бросили, и жезлы Моисея и сделали змеями тоже. Но настал момент, когда они же ничего делать не могли. Так что можешь что-то делать? И он для них был непростой вопрос. Какой ты властью это делаешь? Хотя они знали, какой властью. Вы помните, мы о притче рассуждали, когда Иисус сказал, что что делал? Они говорят, увидели и говорят, это наследник. Помните, я очень коротко говорил. Это наследник, они не обманулись. Они просто не хотели знать правды. Им было выгоднее держаться эту кормушку, которую имели при храме, и продолжать свое служение. Потому они не хотели. И здесь, когда они спрашивают, какой ты власть это делаешь, думаю, если бы Иисус не видел их намерения лукавого, он ответил бы, он нашел бы, что сказать, как показать. Но он их просто, их вопросами их и ловил. Иисус сказал им в ответ. То есть не всегда Иисус отвечал. Вот так прямо, как часто нам кажется, надо отвечать. Какой ты власть это делаешь? Иисус сказал им в ответ. Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой власть это делаю. И вот какой был вопрос им. Крещение Иоаннову откуда было? С небес или от человека? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему вы не поверили им? Значит, вы не верите. Значит, вы люди далекие от Бога. А Иоанн то свидетельствовал об истине, и о Христе он говорил, когда крещение принимал. Говорит, вы мне ответьте, будете отвечать мне, ответите себе другими словами. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человека, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какую власть это делаю. Так что не всегда надо отвечать прямо, правда? Иисус не всегда отвечал. Особенно, когда видел лукавство. А как вам кажется? Следующий пример приводит. У одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вот это место, к сожалению, когда однажды шла речь о том, что нельзя, чтобы блудники были у церкви, то некто сказал так. А написано, что мытари и блудницы первые идут. Вот какие мы хитрые иногда, чтобы вывернуться, правда? Вот найдем же такое место. И правда, Иисус это говорил. Но что он имел в виду? Он имел в виду, что вы служители народа Господня. И к вам, к этим язычникам, призыв одинаковый. И вы вроде согласны идти, но вы ж не пошли. А они сказали, мы не пойдем, они ж мытарь. Но когда они говорят, поняли, что они есть, они раскаялись и пошли.
А выведевши это, и тут не раскаялись. Что вот такие люди раскаялись. Вот такой народ поднимается, а вы до сегодняшнего дня не верите. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мы-то, рыб блудницы, поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вот такое ожесточенное сердце человека может быть. И при том ожесточенное, вы помните, когда Господь говорил, народ сей окаменил сердце свое. То есть они сами были виноваты. Они сами упорствовали в этом. Сознательно и окаменили сердце. И вполне возможно, потом пришло время, когда они уже и несознательно это делали. Но первые шаги были сознательными. Первые шаги были сознательными. А уже после, когда зашел далеко, уже тут совсем по-другому. И Господь это увидел, сказал, народ сей окаменил сердце свое. Они, говорят, смотрят глазами и не видят, слышат ушами и не слышат, и не разумеют. И никак нельзя до них достучаться. Выслушает другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и отдал виноградарам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарам взять свои плоды. Виноградары, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять он послал других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. То есть вот этот хозяин нисколько не сомневался, что виноградары разберутся, что это уже не слуги, а сын пришел. Вот он их раскалывает до ядра, вот эти книжки у фарисеев. Вы знаете, легче, когда о человеке говорят, что он не разобрался. А когда говорят, не хотел разобраться, это гораздо более сильнейшее обвинение. Да вот Иисус вот здесь говорит, что вы не заблудились. Сначала посылал слух, они понимали, что это слуги. Потом послал слух, которые еще более знаменитые были. И тут разобрались, что слуги. Наконец отец говорит, пошлю сына, может его постыдятся. То есть отец небесный не питал никаких иллюзий в отношении того, что они, значит, примут его, но и хорошо понимал, что разберутся, кто перед ним. И вот эта вот Иисуса притча, она обнаруживает корни их преступления, что они сознательно шли против Бога. Но виноградары, слушайте внимательно, Иисус здесь их разоблачает, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник. Они не сказали, это еще один слуга пришел. Или это еще один, так сказать, Божий ангел, или еще кто-то. Они сказали, это наследник. И дальше. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. То есть они все это делали осознанно. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. То есть Иисус пророчески предсказал, что они с ним сделают. Что они возьмут его, выведут из Иерусалима из этого виноградника и распнут на Голгофе. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этим виноградом? Иисус ставит вопрос. Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарам, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышавши притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. То есть он их обнаружил подноготные. В других местах Писания вы найдете. Они сказали, да не будет. А Иисус сказал им, а разве вы не читали в Писании, что так написано? Что так будет. И вот один из принципов Божьего мышления и поведения. Он говорит так. Если виноградник отдан виноградарам, но они не приносят плодов настоящих, то что будет? Отнимется от них и отдастся другим. И это относится
каждому из нас. То ли мы в своей семье какой-то плод должны приносить, то ли мы в церкви работаем. Но если будет бесплодная работа, то однажды наступит такое время, когда Бог отнимает этот виноградник и отдает другим. И в некоторых случаях через это люди лишаются жизни даже, потому что они являются тормозом. А снять их не так просто, потому что люди не дадут. Это авторитетные люди. И тогда Бог во благо же им самим избирает другие пути, чтобы снять. И так практики жизни наблюдается не один раз. Такое бывает. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Незавидная участь. Вы помните, Петр сказал, об этот камень они протыкаются, не покораясь слову, на что они и оставлены. Ибо, говорит, приткнулись камень преткновения, потому что для иудейского народа, для евреев, для первосвященников, это был камень соблазна и камень преткновения. И они погибли, приткнувшись, павши на него. Но Иисус говорит им так. И будет время, когда он на них упадет. И тоже смерть. А они упадут на него, разобьются. А если он будет судиться, упадет, того раздавит. Поэтому единственный выход, без всякого совза, принимать его как спасителя, этот камень. Потому что и в том, и в другом случае неприятные очень последствия. Разобьются и раздавит. И то плохо выбирать, и то не важно. Я, пожалуй, сейчас начну не с 22 главы. Здесь, значит, выяснилось, что не все хорошо понимают вопрос субботы, вопрос закона Моисеева, вопрос отношения на сегодняшний день к субботе. Хотя, допустим, в прошлое время мы об этом рассуждали и говорили и так далее. Но я начну с чего? Пожалуй, я, наверное, немножко становлюсь, постараюсь, насколько можно подробнее, чтобы кто-то мог восстановить вот эти рассуждения, кто-то мог впервые услышать. Вы знаете, что впервые, значит, Бог лично сам праздновал день субботний. Когда сотворил все, что сегодня существует, то он сделал субботу или седьмой день днем отдыха. И суббота, по-еврейски шаббат, она означает покой. Бог покоился, отдыхал в этот седьмой день. И если вы были внимательны, то до времени Моисея вы нигде не найдете, чтобы кто-то праздновал субботу. Если найдете, где Библия говорит, что Авраам или кто-то праздновал субботу, пожалуйста, подскажите мне, что я вот нашла в такой-то главе книги Бытие, вот тут праздновали субботу. И напоминание о субботе, как о дне покоя, именно впервые это имя суббота было названо, когда Господь говорил к Моисею и давал закон на горе Синае, что празднуй субботний день. И почему был такой период времени, когда о субботе не говорилось? Потому что когда Адам и Ева согрешили, когда грех вошел в мир, то Бог уже никогда ни один день не мог быть свободным и спокойным и праздновать субботу. Он занимался тем вместе с ангелами, ну, слишком большая часть дьявола, чтобы сказать, Бог вместе с ангелами защищал. Но во всяком случае, не было того покоя и мира. Потому что дьявол никогда никакой субботы не признает. А полноценная суббота может быть только тогда, когда человек спокоен и снаружи, и внутри. И суббота была одной из 10 заповедей. Вот весь остальной закон Моисею, по сути дела, это была расшифровка 10 заповедей, или раскладка, как надо исполнять эти 10 заповедей, как Богу служить, как относиться к людям в том и другом случае. Этих постановлений было очень много, то обряды были, омовения, и самого различного характера постановления. Но Библия говорит прямо, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Поэтому человек, живущий во плоти, он никогда не смог исполнить закон Моисея.
Если бы хотя бы один из людей мог исполнить закон Моисеев, не надо было приходить к Христу. Вы поняли сам смысл? Ни один. Даже священники в храме нарушали субботу. Об этом говорил сам Христос. Говорит, священники в храме, в субботы нарушают субботу. Но однако он, однако, невиновны. Поэтому Моисеев закон с его 10 заповедями ничего не довел до совершенства. Так говорит Священное Писание. Это был как забор, который предупреждал людей о страхе наказания. Но он не делал внутреннего переворота. Он не мог изменить сердце человека. Он просто держал человека в повиновении под страхом смерти. И никто никогда, ни один из израильтян, не мог исполнить субботу. Потому что ее надо было исполнять. Вот почему Христа не принимали книжники и фарисеи. Они его обвиняли, знаете в чем? Что он нарушает субботу. Вы помните? Вот шел Иисус с учениками. Ученики срывали колосья и ели. И тут же, как раз вот хорошая иллюстрация. И фарисеи с книжником подошли и говорили, что твои ученики делают? Они же делают то, что не должно делать в субботы. Иисус им проводил многие примеры. Вспоминал Давида. Говорил о других вопросах. И вот что сказал, что Сын Человеческий есть Господин из субботы. И вот все дело было вот в чем, что Иисус исполнял субботу не только по плоти, но и по духу. Он как раз исполнял воли Божией так, как Отец Небесный желал. А Отец однажды сказал так, вернее, Иисус сказал, каких поклонников ищет себе Отец? Вы помните, что Он говорил? Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. Для того, чтобы быть покоем, когда вы читаете книгу Левит, Второзаконие, очень много текстов Писания, они говорили так, после Пасхи, пусть у вас 7 дней будет праздник. Не в ваших домах, не в пределах обитания вашего, удалите все квасное, и тогда вы сможете праздновать. Квасное – грех. И если, допустим, квасное можно было из дежек удалить, из этих бочек, где заквашивали, то грех со креста никак не удалите. Даже с дома своего вы не удалите грех. Почему его надо было удалить? Он есть нарушитель спокойствия. Никакого покоя не может быть тогда, когда царствует грех где-то. Не у вас, у ваших соседей. Начнут они там драться между собой. Вы уже не будете спокойны, не будете праздновать. Услышите вы что-нибудь неприятное происшедшее. Вы уже не будете в покое, вы не будете праздновать. И евреи, ни один из евреев не мог исполнить субботу ту же самую, за которую сегодня очень много споров и толков. И когда вы читаете книгу пророка Амоса, 8 глава, 5 стих, там очень интересный текст. Это обвинение евреев в том, что они не праздновали субботу. И там Библия говорит так, что вы, я своими словами передаю, вы не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы начать торговать. Вы поняли, в чем Господь обвиняет их? В том, что они по плоти сидели, сложивши руки, даже свет не зажигали, а то делали язычники в их домах. Они палец о палец не ударяли. Это была наружная суббота. Но внутри они сидели, как на иголках, глядели на часы, когда же наконец кончится. Когда же можно начать думать про торговлю? Когда же планы может, когда же, наконец, вырваться можно с этой субботы? И Иисус говорит, это не суббота, это обман. Вы поняли меня? И невозможно субботу праздновать. Даже сам Господь сегодня не празднует той субботы. Потому что грех царствует у мира. Второе, на что я обращаю внимание. Как правило, оперируют такими текстами Писания, которые говорят о том, что закон и постановление в роды и роды или вечные. Говорят, Бог же не может сам себе противоречить. Он сказал, что это вечное постановление, а тут вдруг Павел говорит, закон отменен. Я говорю, кто прав? Бог, который сказал, или Павел? Все дело вот в чем.
Прав Павел, когда говорит, что он устранил закон заповедей учением. Иисус не просто истребил закон Моисеев, он его исполнил, но за нас исполнил. И потому он вечный и есть. Поэтому во Христе Иисусе мы исполнили закон Моисеев так, что даже сам Бог не имеет к нам никаких претензий. Он вечный, но исполнил за нас Иисус Христос. Взял на себя это бремя, а нам дал учение, устранил закон заповедей учением. Не просто оставил нас без ничего. Идите вы в разнос, делайте, что хотите, и так далее, и так далее. Он не так сделал. Поэтому, когда мы читаем послание к римлянам, да что ж мы, закон отвергаем или уничтожаем, нет, говорит, мы его утверждаем. И оно правда, потому что он за нас исполнен Христом. И второе, нельзя брать часть закона, а другую часть Христу отдавать. Или отдавай все Иисусу, или бери все. Обычно говорят так, что мы не можем, Христос исполнил. А что мы можем, будем сами делать. Это не Евангелие. Или-или. Второе, на что я обращаю внимание. Устранил закон заповедей. Говорят так. Закон Иисус устранил, а заповеди остались. Во-первых, они неразрывно связаны. Закон заповедей. И нельзя отменить закон, а заповеди оставить. И Павел говорит, для тех, кто основывается на заповедях закона Моисея, он говорит прямо, вы, говорит, остались без Христа, вы отпали от благодати. В чем заключается смысл его слов, которые он сказал? Отменено все. И заповеди, и закон. И если мы сегодня держимся законом Моисеева, ну, говорят так, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, и так далее, день субботний святи, и так далее. Вот для нас нет этих заповедей. Если закон Моисеева говорит, не убивай, то если мы только держимся этого постановления, мы отступники от благодати. В учении Христовом, которым он заменил закон Моисеев, есть более высшая заповедь. Если ты гневаешься на брата напрасно, то ты кто уже? Убийца. Это выше, чем заповедь закона Моисеева. Мы сегодня не исполняем заповедь «не прелюбодействуй». Иначе мы просто-напросто будем отступниками от благодати Божией. У нас есть заповедь другая, гораздо более высшая. Если кто смотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал в своем сердце. Вы поняли, в чем разница? И это доступно, потому что благодать Божия производит внутренний переворот сердца. Она не держит под страхом смерти. Вот только сделай, будешь побит камнями. Она отнимает желание внутри. Человеку не хочется этого делать. Если у него эти мысли проникли, ему само противно от них становится. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому ни заповедь закона Моисеева, ни закона нет. Есть учение гораздо более высшее. Это учение Иисуса Христа. Что касается, допустим, празднования, то суббота является частью закона Моисеева, частью десяти заповедей. Если Господь раньше довольно условно, он хорошо понимал, что люди этой заповеди не исполнят, но чтобы их хотя бы чуть-чуть немножко притормозить, чтобы они хотя бы чуть-чуть немножко боялись Бога, что-то выполняли, он дал ее. Но после показавши людям, что вы не способны их выполнить, он просто отменил их и заменил. Дал благодать, которая производит внутренний переворот. И потому сегодня, что такое наши праздники? Есть разница между праздниками Нового Завета и праздниками Ветхого Завета. В Ветхом Завете там было все сделано под диктовку. Вот столько-то дней в году приходи пред лицо Божие, праздник один, праздник другой, третий, четвертый. То во время Нового Завета Бог никогда никому ничего не диктовал. Но, как правило, праздники – это события из жизни каких-то людей, которые повлияли на судьбу всего человечества.
И вот в знак того, чтобы вспоминать, что в эти вот особые моменты Бог явил особую милость и особое дело, люди вспоминали как особенно торжественное событие. Это праздники. И поэтому нет смысла сегодня праздновать субботу, тот день, когда Иисус находился в гробу. Что за праздник? Что Иисус в гробу находился в субботу, правда? Он воскрес утречком рано в воскресенье, в первый день недели. И воскрешение – это не родовое событие. Такого еще никогда нигде не было, чтобы человек воскрес и больше не умирал. Ну, воскресали люди, которые исцелял Моисей, Илья, Елисей. Но они опять умирали. Это было особое событие, когда распяли Иисуса Христа, и на третий день по написанному смерть не могла удержать его. И это надежда на будущее воскрешение. Это надежда для всего мира. И вот почему это было особо выдающее событие в жизни Иисуса Христа. И вот это желание праздновать этот день рождено благодатью в сердце нашем, не под диктовку. Это благодарное сердце человека или церкви решило, что надо праздновать этот праздник. И Бог его утвердил по написанному. Вот что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Так написано. И даже похожий праздник был рожден в народе израильском в свое время. Это праздник Пурим, когда Бог спас от руки Амана целый народ иудейский. И там не написано, что Бог сказал праздновать. Но Мардохей и Еспир в знак благодарности Богу за избавление своего народа постановили, определили чисто, что вот такой-такой-то день будем праздновать праздник Пурим. А Бог этот праздник утвердил по их решению. Но родился этот праздник в благодарном сердце иудеев и Есфири, и Мардохея. Это как раз то намек на те наши праздники, которые мы сегодня празднуем. Вы нигде не найдете в Евангелии, чтобы мы праздновали праздник Рождества. Но мы не можем его не праздновать. Это было величайшее событие, которое повлияло на жизнь всего мира. Оно повлияло на отсчет времени. Мы сегодня говорим, новая эра наступила. Это было рождение Бога. Как мы можем не праздновать? Оно родилось в благодарном сердце нашем, зафиксировано как праздник. Мы сегодня празднуем и правильно делаем. Потому что наши праздники, которые мы сегодня празднуем, они отличаются от тех праздников, которые во время Ветхого Завета праздновали. И потому и закон Моисей, и все его заповеди, и все его, так сказать, различного рода обряды, они отменены. Об этом прямо говорил апостол Павел неоднократно. И даже привел пример. И таких примеров очень много, потому что евреи, я уже вам не раз говорил, они привыкли основываться на Слове Божьем. Для апостола Павла вот эта Библия, это было не просто слово, не просто история. Он видел в этих событиях на будущее пророчество по некоторым вопросам. И он их хорошо понимал. Когда евреи стали спорить, как сегодня спорят некоторые деноминации, что надо, что закон Моисеев, то не есть надо, это не есть, это праздновать, то Константин постановил, то другой постановил. И Павлу говорили похожее. Тем более, что мы сегодня отстоим почти 2000 лет назад от того времени, а он же ходил вот буквально через некоторое время после событий. Там еще живы были люди, которые праздновали закон Моисеев по закону. Надо было так. И вдруг те же самые люди их убеждают, уже не надо. Ну как им, родившимся в таком положении, сегодня принимать другое? А то, ну, с Моисеем Бог говорил, а кто с ним говорил? Кто его знает, кто с ним говорил? А Павлу-то надо было проповедовать то, что он принял. Он говорил, я был восхищен в рай, до третьего неба, слышал неизреченные слова, и он знал вот это Писание гораздо глубже, чем мы все вместе с вами сегодня знаем. И когда его стали допекать вот этим законом, то он взял пример Агары, Измаила и Авраама. Помните? Он сказал, это вернейшее пророческое слово, выраженное жизнью этих людей. Вот Агар означает гору Синай в Аравии. Я уже не буду цитировать это место Писания. Если Агар – гора Синай, то Измаил – закон.
И что написано? Изгони рабу и сына ее. Потому что нет части сыну раба с сыном свободным. Изгони рабу. Вот что написано? Ему говорили, ты, Павел, у тебя как бы сегодня шарики за ролики зашли. Он говорит, не зашлю мне шарики за ролики. Это вернейшее слово пророческое. Вы как хотите, а я знаю, что я говорю. Я могу другой пример поставить. Когда ковчег Завета Божий был в Пятиграде Филистимском. Помните, я вам уже об этом говорил. И вам сегодня, наверное, легче будет воспринимать то, что я буду говорить. Вы помните, Илии, это был прообраз закона. У него было два сына, Офни и Финеас, израильский и иудейский народ. Илии было 98 лет, когда он сломал себе хребет и умер. Помните? 98, 7 по 14. 7, один род. Если 98 разделить, значит, будет 14 родов. Вот когда вы будете читать Евангелие от Матфея, там найдете, что последние 14 родов до Христа. Христос распят на кресте, соответствует ковчег Завета Божия взят. Илии упал еще дальше, сломал хребет и умер. Закон потерял силу, когда грех был истреблен. А закон имеет власть над грешником, то все, ему нечего делать. Два сына Офни и Финеас погибли, когда евреи отвергли Христа и распяли его, то Израиль был отвержен, он спасатель наравне с язычниками. Офни и Финеас умерли, израильский иудейский народ. Невестка, жена Финеасова, приступила, роды у нее были, и она родила сына Зала Виховод, значит, бесславие. Евреи распятием Христа, нажили себе бесславие, до сегодняшнего дня их называют христопродавцы, и так далее, и так далее. Это бесславие. Родила сына, бесславие назвала. Ковчег Завета Божий был взят в Пятиграде Филистимское. Филистимляне, потомки Хама. Это пятое поколение. Хам – первый грешник на земле. Черный, загорелый, переводит на русский язык. Первый грешник во вселенной – дьявол. И вот это Пятиградие, это символ ада или символ преисподней. И ковчег Завета Божия был взят в Пятиградие, как и Христос, три дня и три ночи находился в преисподних местах земли. Но вы помните, что ковчег Завета Божия не могли удержать вот эти боги Пятиградия это. Помните? Они в храме Дагона он был. Храм Дагона это преисподняя, это ад. Это уже другой вопрос, который можно распространяться немало. Дагон рыба переводится. Это было в образе человека с хвостом рыбьим. Это существо, которое живет ниже земли. Это указывает на преисподние места земли. Именно на ад указывает. И вот ковчег Завета Божия не мог удержать храм Дагона, это Пятиградие. Они положили золотые вещи и отправили. Как и Христа в преисподней, смерть тоже не могла удержать. Написано, он отнял силу у начальства властей и властно подверг их позору. Поэтому и здесь написано, сломал хребет и умер закон Моисеев. Сегодня еще заповедями. Вы найдете еще ни одно место Писания, или вернейшее пророческое слово, которое говорит о том, что действительно, да, закон истреблен, закон удален. Удален необыкновенным способом, исполнением его. Не просто выброшен, иначе не был бы вечным. А так во Христе Иисусе он исполняется сегодня нами. Но это он за нас сделал, а для нас сегодня дано высшее учение, которое стоит гораздо выше, чем 10 заповедей закона Моисеева с его обрядами и омовениями. А в отношении пищи Павел прямо говорит, что нет ничего нечистого, потому что освящает Слово Божие в молитве. А что было в древнее время, оно имело внутреннее содержание еще. Это не просто так было написано. Там, значит, два копыта должно быть, раздвоенные копыта и так далее. Оно имело внутренний смысл. Это, говорю, была тень будущего, а настоящая во Христе. А тем более, если, допустим, эти деноминации утверждают, что нет воскрешения, то Павел говорит, тогда вы самые глупые люди, если нет воскрешения. Зачем вы ходите в молитвенные дома? Ведь вы ходите потому, что жизнь временна на земле, и будет воскрешение, и будет суд за каждое дело. А если истреблены, так это для многих счастьем было бы, что погибли, да им все. Что мы тогда голову себе забиваем, ходим, домучаемся, да, говорит Павел, говорит, да будем есть и пить, может, завтра умрем. Он первый выступал против того, что нет воскрешения мертвых. Если нет души, нет воскрешения мертвых, тогда что мы себе голову забиваем? Зачем мы ходим тогда? Он вот прямо говорит, как это некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых? Если, говорит, нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес.
А если он не вас, это тщетна вера ваша, у вас ходатая нет, вы во грехах ваших находитесь. А если Иисус вас, то есть воскрешение мертвых. А иначе, говорит, вы делаете Бога лжесвидетелем, что он воскресил Иисуса, которого он не воскрешал. Я повторяю слова Павла. Иначе, говорит, что делать крестящиеся для мертвых? То есть, если мы сегодня принимаем, если мы крестим, то мы крестящиеся. Если мы делаем для мертвых, то мы не воскресли. Зачем мы даем обещание служить Богу доброй совести, нас опускают в воду, означает, что мы погреблись, а поднимать вверх мы воскресаем, а воскрешения нету. Ну, зачем вы тогда это делали? Если в конце концов все мертвые станут, ну зачем вы то занимаетесь такими вещами? Поэтому это крайне глупое. Мы потому и служим Богу, что знаем, что будет воскрешение. И Павел говорит, праведных и неправедных. Но для одних жизнь вечная, для других вечное наказание по справедливости Божией. Поэтому здесь однозначное решение вопроса. Потому что если мы понимаем по-другому, то мы не библейские христиане. Какие угодно, только не библейские, не евангельские. А Христос прямо говорил о воскрешении, и что вас встречу, и вас это ожидает. Поэтому просто наше служение, наше хождение теряет всякий смысл, если для нас нет души, нет воскрешения. Поэтому с этой точки зрения, ну, конечно, может быть, еще, может поставить еще кое-какие вопросы. Но, во всяком случае, они не имеют фундамента под собой. Они не имеют основания под собой, эти утверждения. Если даже не только, допустим, Новый Завет, но Ветхий Завет не доказывает. Исаия, вы помните, говорит, восстанут мертвые тела. Вы помните? Земля извергнет мертвецов своих. Ну, понятно. Иов говорил, который жил в древнее время. Вы помните, что он говорил? Он говорил о воскрешении мертвых. Нет, он говорил, я знаю, человек ляжет и не встанет. И до скончания неба он не пробудится, не восстанет от сна своего. Потому что когда небо свернется, как свиток книжный, Иисус идет, небо кончит свое существование, воскресает мертвые. Он об этом говорил. И вся Библия пронизана тем, что воскресают мертвые. Но то, что может кому-то невыгодно, чтобы они воскресали, или что какие-нибудь причины, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. И каждый имеет право верить так, как он хочет. Но мы хотим верить так, чтобы иметь спасение. А верить так, чтобы его не иметь, то какой смысл? Тогда зачем бить воздух, зачем ходить? Поэтому в этом вопросе я же говорю, до сегодняшнего дня много разношений, разномыслий, но тем не менее Библия очень прямо отвечает на эти вопросы вообще. Нам просто надо открытым глазами посмотреть на эти тексты, да признаться, что неправильно понимаю, да и все. Это будет честнее. Мы не отправляем в ад никого, это будет делать Бог. Но если не верить в воскрешение, тогда в что можно верить? А? Ну так правильно. То они так будут говорить. Но в самом деле это же не так. Это, как правило, те, которые перешли с пятидесятником. У них осталось. А субботники тоже разные есть. Есть некоторые, которые как баптисты качарские утверждают, что это от дьявола все, эти языки от дьявола. И есть те, которые перешли с пятидесятником. Они сохранили все это, но тем не менее взялись за субботу еще придачу. А Библия говорит, взял субботу. Если кто нарушит закон в одном чем-то, то он виновным был в чем. Значит, бери все. И если исполнишь все, будешь жить. Не исполнишь, погибнешь. Вот в чем вопрос. Если взялся за закон, пожалуйста, бери. Иисус не сказал, не беритесь. Но исполняй тогда все. Кто нарушит одну из заповедей, во всем становится виновным. Она, пожалуйста, исполняй, никаких вопросов нет. Но все дело в том, что не сможешь исполнить. Вот вся проблема в чем. Все исполняй, весь закон исполняй. Потому что Библия прямо говорит, нарушил в одном, виновен во всем. И это написано не в Евангелии, это написано в посланиях. И вы поймите одно. Это Евангелие, которое мы читаем, это последние дни Ветхого Завета. И все вы оттуда не возьмете. Потому что Иисус Христос жил под законом Моисеевым. И Он сам, как никто другой, исполнял закон Моисеев.
И он не мог его не исполнять. Если бы он не исполнил хотя бы одной из заповедей закона Моисеева, он согрешил бы и не мог бы воскреснуть. А если бы он не воскрес, у нас не было бы ходатая. Сегодня что получается? Мы молимся. Иисус умер за наши грехи. Но у нас впереди жизнь. У нас впереди жизнь. И он авансом умер за наши грехи. И поэтому, когда мы согрешаем, то однозначно Бог грешников не слушает. Но наша молитва идет через Иисуса Христа, который умер за эти грехи. И он говорит так: отец, вот он или она молится, а я умер за этот грех. И тогда отец ради сына прощает нас. Представь себе, Иисуса нет, он не воскрес. Мы молимся, а Бог грешников не слушает. Даже до потолка не дать, оно сразу под скамейку упадет. Нечем подниматься даже до потолка. А то мы говорим до потолка, но нечем даже до потолка подниматься. Но когда мы молимся как грешники, то у нас есть ходатай живой. И есть кому сказать, что я умер за них. Если бы Иисус не воскрес, некому сказать было бы, что я умер за них. А мы же-то не один раз согрешаем. Даже с того времени, когда мы покаялись, то там, то там, то там. 10 лет веришь, и все равно где-то попадешься. Мы согрешили. Ну, допустим, 20 лет выдержали нигде. Но это нереально. Такого никто не выдержал никогда. Ну, допустим, выдержали. Иду на 21 раз, ну, какая-то мысль проникла нехорошая. Вот сказали, что тот брат тут такой и сякой, а я поверил. И все. Меня обманули. Но я-то принял. И мне уже надо каяться. Я каюсь, а меня никто не слушает, я грешник. А тот, кто умер за меня, он мертвый. Он тоже не может говорить. И весь вопрос решен. Потом Павел и сказал, если Христос не воскрес, то вы же во грехах ваших. За вас же ходатая нету, чтобы ходатайствовать. За вас же никто слова не замолвит. А сами же вы грешники. Поэтому наше счастье в том, что Иисус живой. И когда мы молимся, она идет через Него. И Отец тогда ради Иисуса прощает нас. Поэтому отвергая воскрешение, мы отвергаем все. Это напрасно все это. Это все какое-то недоконченное, очень аморфное такое, и никому не нужное. Ведь самое главное, я опять повторяю, что есть воскресение. А если бы его не было, тогда Павел был прав. Тогда говорит, не надо выдумывать ничего, давайте будем есть, пить, обманывать, блудничать, драться, потому что завтра умрем, мы все и кончим. Это очень удобная теология для грешников. Не спешите, все равно погибнете и все. А на самом деле это не так. И Павел не один раз предупреждал, что будет суд. И восстанут, будет второе воскрешение. Когда Бог восстановит и падших, и поставит, чтобы судить их по справедливости. За то, что они издевались над христианами. За то, что не приняли голгофские жертвы Христа. И Бог будет судить, обвиняет Бога в жестокости. Что он будет судить и на веки вечные. Но все-то дело в том, что Бог не будет судить людей за их грехи, а за их неверие. А под неверием и все остальное прячется. И поэтому здесь никто оправдания не будет иметь и не обвинит Бога. А какая разница, как я буду обвинять Бога, я и не буду обвинять Бога. Он с неба не упадет все равно. Что он определил, то он сделает. Что он написал, так и будет. А уже я, в зависимости от того, как я к нему отношусь, уже мое место будет колебаться подо мной. Это другой вопрос. А ему что, как я отношусь к нему? Он говорит, делает все, чтобы я был спасен. Но если нет, значит нет. Поэтому в этом вопросе просто надо более серьезно, глубже подумать и решить эти вопросы. Это жизнь, которую нельзя скрыть внутри себя. Вот есть некоторая часть жизни той, но я хочу сказать, что такое жизнь в Боге. Это не существование. Это исполнение заповедей Божьей и радость, и удовлетворение. Это вот те показатели настоящей жизни. И вот есть некоторые меры вот этой жизни, которая нужна лично для нас. И есть то, что через край переливается. Это избыток. Вы поняли меня? Который нельзя скрыть. Который нельзя утаить внутри себя. Это есть жизнь и жизнь с избытком. Когда ты можешь не только сам иметь благодать, чтобы жить, но и другому передать что-то. Вот те же люди, которым нечего передать, он так вот, ну, еле-еле живет каким-то образом, вроде теплится, а сказать он ничего не может.
У него нет того избытка. И вся причина в том, второй вопрос напрашивается. Значит, кто будет веровать у меня, как написано в Писании, у того что будет? Из чрева потекут реки воды живой. А кто будет веровать, как не написано, потекут? Откуда они потекут? Если потечет, то нечистое. Ложь, ложные учения, еще что-то потечет. Оно потечет. Но не реки воды живой, которые несущая жизнь. А когда мы живем по Писанию, как написано, тогда из чрева текут реки воды живой. Если живем не так, как, веруем не так, как написано, ничего не потечет. И не выдавите вы оттуда, там ничего нету. Там просто пустота, дутая и все остальное. А если будем жить, как написано в Писании, тогда не может быть по-другому. Потекут реки воды живой. Ну, я опять повторяю, так, как написано вот здесь. Не то, что я выдумаю и выдам, а вот как здесь написано. Это основание наше. Вот чем отличается, я уже немножко говорил о герменевтике, наша герменевтика, а герменевтики, допустим, других течений, там православие, католицизм. Для нас вот это все дано нам здесь. Для них же это только начало. А дальше у них обряды, еще что-то, целая масса вещей. Для нас же основа является Слово Божие. Вот так написано. И здесь написано, в Библии написано, в Евангелии написано. Все остальное нам не надо. И мы говорили, помните, в прошлый раз, наверное, незадолго до того, как я уже кончил эти лекции, был перерыв долгий, в этих преданиях. Вы помните, еще, почему мы их отвергаем, эти предания? Кто помнит? Ну, хорошо. Не, ну, то, что кружки мыли, ну, почему нам не помыть кружки? Давайте мы будем мыть кружки. Вот в чем стоит вопрос. Там есть прямой ответ Христос дал. Хорошо ли то, что вы устранили заповедь Божию преданием вашим? Стоит только что-нибудь выдумать, любое, чтобы внести сюда, в Библию, и сразу мы найдем, что мы устранили что-то из Библии. Вот она настолько построена тоже, настолько там есть полнота, что ничего нельзя добавить и отнять. Отнять само собой, а добавить тоже. Иначе что-нибудь выдумаете свое. Мы натолкнемся на то, что для того, чтобы наше использовать, надо отвергнуть заповедь Божию. И вот поэтому мы не принимаем никаких преданий. Потому что они устраняют заповедь Божию. И вы помните, я вам объяснял таким зрительным примером. Я говорил так. Вот у меня вот такая большая Евангелие. Можно при луне читать. Но писать ей нельзя больше. Как только там, где у меня вот эти строчки есть. Если вы захотите что-нибудь еще написать здесь, нельзя писать здесь, нельзя писать между строчками. Вот место, где надо писать, где написано. Если вы пишете что-то свое, вы обязательно пишете на том, что уже написано. И пишете свое, вы закрываете то, что здесь уже написано. Вот так действует предание человеческое. Иисуса обвиняли в том, что твои ученики не исполняют предание. Он говорил так: а разве хорошо, что вы своим преданием устранили заповедь Божию? Помните, он проводил карван. То есть по заповеди Божией надо было досматривать своих престарелых родителей. А евреи сделали так. Они увели такое предание, карван назвали. Что дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Они схитрили. Они говорили так. Вот я себе, ну я сегодняшним языком говорю. Вот тебе я, папа, должен дать $200, но ты извини меня. И на храм, так я твое отдал на храм. А ты попастись вместе в пару. Ну я что отдал? Ну я отдал не то, я твое отдал. Это был карван, называли они. Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Вот это было их традиция, их правило, это было их предание. Там кто-то один придумал умный какой-то, а они, потому что выгодно. Так надо отдать 400, а то 200 отдал, а чет. Ну, сейчас на храм отдал, говорит. Я ж не в карман положил. Я отдал на храм то, что тебе должен отдать. Иисус вот этот яркий пример оставил для того, чтобы мы сегодня могли понять, что значит предание, которое выдумано сверх слова написанного. И действительно, если слово Божие полнота, то что можно добавить к полноте? То, что мы иногда не понимаем его,
Есть вопросы, мы на них отвечать не можем. Это не потому, что в Библии что-то не написано. Это потому, что мы ее глубоко не понимаем. Вы помните, для Иисуса Христа загвоздок не было отвечать на вопросы. Когда ему поставили вопрос, а у кого же эта жена будет по воскрешении мертвых? Каким она будет женой? Он говорит, вы просто не знаете Писания и силы Божьей. А то, что говорит, мертвый воскресает, и Моисей прикупение показал, когда сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Яков. Говорит, Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Это был ответ, которым Иисус видел ответ на эту проблему, что нет воскрешения мертвых. Ну, если бы я, допустим, вам что-то такое взял бы, вы сказали бы, ну и придумал. Так вот он выхватил, нашел, лишь бы что. Но оказывается, это было очень серьезно, и они ничего говорить не могли. Потому что Иисус знал Писание. И очень часто, вот многие ответы лежат почти на поверхности, но в силу нашей ограниченности, наверное, потому что мы не очень в этом заботимся, мы просто не знаем, на чем обосноваться. И даже если иногда кто-то нам подсказывает, то перед другим опять не можем обосновать. Вот что-то выпустим, звено какое-то одно, и все. Вроде бы говорили так, а сегодня кручу. Да и не получается. Я помню, однажды один брат живет в Минске, а другой живет в Лунинце. Ну, я им рассказывал о последнем времени, об этих семь труб, ну и решил один брат да другому тоже рассказать. Вот он говорит, про эти трубы, запутался, друзья. Ну, говорит, брат, труба есть труба, и нам с тобой труба. Мы, говорит, с тобой запутались в этих трубах. А правильно. Ему, когда я говорю, казалось понятно все, а когда стал другому объяснять, труба там, говорит, ну, брат, я понял, что нам труба, говорит. Вот то, что я понял, что ты рассказал. Ну, вот так бывает, когда мы не твердо знаем. После рассказа, да смеются оба. Вот я ему вот рассказываю, говорю, я, брат, понял, что нам труба с тобой. Мы, говорит, с тобой говорили, запутались так, что не можем выпутаться. Но так, когда кто-то говорит, кажется, все понятно. Ну, все, как только сам начнешь. Труба, и все. Он говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь. Она этим обнаружила, что у нее отсутствовала всякая гордость, всякая обида. И она сказала такой простой пример, который она видела не один раз. В то время очень часто псы лазили под столами и поедали крошки со стола Господь. Но Иисус, вот на этот ее ответ, он имел в виду глубокую веру. Он говорит так, если ты считаешь, что исцеление бесноватой дочери – это крошки, то что ты то, что будешь считать буханкой? Вы поняли меня? Она, значит, считала, что крошки со стола Господь это исцеление бесноватой дочери и кружка, это одно и то же. Потом он сказал, женщина, велика вера, если ты считаешь исцеление бесноватой дочери кружкой со стола упавшей, то что в твоем понимании буханка хлеба? Вы поняли сейчас? А вообще Иисус говорит так, он искал в ней веру. Очень часто людьми двигает настойчивость. Людьми двигает желание получить что-то, гордость. Но стоит только их обидеть, и рассыпается вся вера. Вы помните, как было с Нееманом? У него нечто было такое, ему сказали, поедь там, значит, исцеление можешь получить. Но когда к нему, как к большому человеку, пророк не вышел, а вы знаете, есть такой этикет, государственный этикет, когда, допустим, президента должен встречать президент. Иначе, если будет встречать зам, это для него будет унижением. Мы, наверное, видели не однажды по телевидению, что когда съезжаются два президента, они должны выехать вместе съехать, одновременно выехать, потому что если один из них первый или опоздает, это может быть унижением для других. Вот почему для них работает целая команда. Они тренируются, они рассчитывают счет до мгновения. Они обязаны съехаться, появиться одновременно и подъехать одновременно. Ни раньше, ни позже. И насчет нарушения этикета. Если, допустим, послал бы, допустим, кого-то президента, сейчас другого президента, шофера на лимузине, он обиделся бы до смерти, это было унижение было бы. И поэтому вот этого генерала, цара Сирийского, должен быть хотя бы сам пророк встречать, но ни в коем случае не слуга. Но Елисей не пошел их встречать. И когда он не вышел, не сделал так, как он понимал, то он очень сильно обиделся.
И он сказал, все. Я говорю, думал, он выйдет, прозовет имя Господа, возложит руки. А он не соизволил даже выйти, сказал, иди в Иордане окунись. Он говорит, Аванны, Фарфар, Дамасские реки лучше всех вот израильских. И его уговорили, еле-еле уговорили. Потому что его оскорбили. И вот когда Господь говорил, он хотел показать, что значит вера. Вера не обижается. Веру нельзя огорчить. Человек знает одно, его чистое что-то. Вот как раз эта женщина имела веру. Прям такую большую веру, что именно исцеление одержимой дочери она считала только крошкой, которая падает со стола. Потому что Иисус и сказал, о, говорит женщина, велика вера твоя. И не один раз Господь говорил, и в Израиле не нашел и такой веры, касательно сотника. Вера. Потому когда делают испытания, особенно перед крещением, то очень часто задирают. И когда человек вспыхнет, говорит, все, ты не готов. Подожди до следующего года. А такое бывало. Ну, да, так делали, чтобы узнать, кто ты есть. А если мы тебе не дадим, тогда я в собрание не пойду. А, ну тогда не иди. Даже будем дожидаться того времени, покуда ты будешь согласна ходить в собрание, если даже не дадим. А так, если ты еще не член церкви, хочешь команду, что будет с тобой дальше? Ну, вы поняли меня? Это проверка сердца. Это проверка сердца. О, поэтому надо начинать отсюда. Это именно такой вопрос или такое явление в жизни, когда оно не касается фундаментальных вопросов. Есть некоторые нормы поведения, которые не отнимают у нас святости и не прибавляют. Но люди очень часто строят на них свои учения. И апостол Павел взял за пример, что у Торне были люди, которые были убеждены, что нельзя есть мясо, надо есть только овощи. И были те, которые понимали, что можно есть мясо. Поэтому Павел говорил, для того, чтобы контакт с тем человеком, который понимает, что нельзя есть мясо, а только овощи, чтобы он не был разорван, то он говорит так, и я не буду есть мясо. Если я не буду есть мясо, я имею веру, так что имей сам перед собой. Иначе ты сделаешь вот этот поступок, ты разорвешь с ним добрые отношения, и впоследствии он тебе просто не послушает, и ты не сможешь переубедить его, что есть мясо можно. Вы поняли, в чем дело? Он не станет тебя слушать. Иначе ты выдержишь. Ну, хотя бы один год. Вместе с ним не есть мясо, то ты при беседе с ним добьешься того, переубедишь, что есть можно мясо. Наконец наступит день, когда он ложит тарелку мяса, и вдвоем будете есть. А иначе он скажет, а что с ним говорить? Он мясо ест. И не станет говорить даже с вами. И вы теряете влияние на него и не можете трудиться. Потом Павел сказал, в таком случае, если ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Но не подавай соблазна тому, кого я хочу переубедить и научить. Иначе будешь виноват. Иначе будешь виноват. Конечно, если бы есть овощи, было грехом, Павел ни за что бы не согласился бы. Но это такой вопрос. Вы ложитесь спать 10 часов, а я 2 часа ночи. Ну что, мы будем за эту спорить, во сколько ложиться надо? Конечно, нет. А можем найти причину и спорить. При желании можно найти повод ко всему. Но оно не прибавляет, святости не отнимает. Ну разве только я не высплюсь до утра? Да всего столько. Ну я буду в машине ехать, водитель едет, а я сплю. А до 11-12 мне звонят часто, я не могу ничего делать. Мне приходится до 2 часов ночи. А можно спорить и доказывать друг другу неизвестно что. Потому в таких вопросах Павел говорит, не спорьте с ними. Если они грех делают явный, то другой вопрос. Мы, говорит, ни на час не уступили. А в таких вопросах, я говорю, спорить не буду. Пожалуйста. Он говорит, кушай овощи и благодарит Бога. Господи, благодарю тебя, что ты открыл мне, что я кушаю овощи. Аллилуйя, слава Богу. А Павел будет молиться, Господи, слава тебе, что я могу мясо есть. Аллилуйя, слава Богу. Ну неужели, говорит, мы будем отнимать благодарение у Бога от того, что один есть, а другой нет? Пожалуйста, кушайте овощи, может. Совсем ничего не кушайте, если Иисус, слава Богу, будет. Это ваше право. Что будете кушать? Не будете кушать. Это ваше право. А уже касается воровать или не воровать, наверное, тут Павел не уступил бы никому. Я бы, обожди, дорогой, ты хороший брат,
Ну так, но я с тобой ни за что не соглашусь. Давай будем говорить день, ночь, две ночи. Но я с тобой не согласен. Вопрос, кто расщепенный, какой вопрос может быть?